Даю оценку. Модель человека создана. Оценка. Блестяще эхом отозвался механический голос. Глаза сухо засияли. Раньше все модели были сделаны из света. Но обычно за результат давали оценку хорошо. Даже превосходно заработать было не так-то просто. Но сейчас-сейчас он получил блестяще. И да, он знал, что разница огромна. Разве может световая модель сравниться с настоящей? Последнее экзаменационное задание. Создайте любую модель на ваш вкус, и система оценит ее. Дала система последнее задание Суха. Последняя модель, Суха пораскинул мозгами. Он слегка приоткрыл ладонь, и на ней появился великолепный травяной сад. Шух, травяной сад исчез, и на его месте возник другой. Не виси он в воздухе, благодаря его цветущему виду, никто не отличил бы его от настоящего сада. Да, хитрец Суха снова смухлевал. На самом деле, возможности человеческого мозга очень широки. Можно даже сказать, бесконечны. Если бы система захотела отобразить их все, вплоть до того момента, пока не вышла бы из строя, ей все равно не удалось бы сделать это полностью. То, что она проецировала было лишь малой частью суха. Таким образом, юноша использовал модель, ранее уже созданную в его голове и вывел ее истине на свет. И как результат, родилась вот такая совершенная модель. Карандаши, ноутбуки, травы в самый последний момент Суха призвал последние воспоминания о травяном саде. Модель в один метр длиной вся была усеяна сотнями растений. Даже без оценки становилось ясно, что степень сложности была скандально высокой. Удовлетворенный своим произведением искусства Суха, исчерпавший каждую унцию своих врожденных способностей, наконец закончил. Да, его энергия была почти на исходе. Суха знал механизм врожденных способностей. Оценивались не только его способности, но и их энергия. В совершенстве, владея продвинутыми методами культивирования, он высвободил колоссальное количество энергии из своего тела. Одна только энергия, которую он затратил, должна была дать системе представление о его потенциале. Он владел продвинутыми методами культивирования. В последнюю секунду экзамена система дала оценку созданной сухой модели. Демонстрация вашего потенциала в свободной форме оценка сложность модели степень симуляции модели. Врожденные способности. Класс Е. Записываю результаты заданий. Оценка врожденных способностей. Глава 39. Глава 39. Король. Оценка врожденных способностей. Сухо слушал, как система выдает какие-то термины, делая подсчеты. К счастью, она была качественной и завершила подсчеты быстро. Всего через несколько секунд финальный результат был готов. Название способности, анализ моделей, класс способностей и описание способности, умение анализировать и строить модели на основе анализа, также умение строить постоянные модели, оценка врожденных способностей 400 баллов, 400. Сухо остолбенел не считая продвинутых методов культивирования, дающих 200 очков, получалось, что его первоначальные способности тоже оценили на 200 баллов. Для Суха это было почти невыполнимо. Стоит отметить, что все способности использовали, в основном, для битвы и выживания. Анализ моделей в этих сферах был бесполезен, особенно в битве. Один Суньятань мог легко заработать от 300 до 400 очков. Но для Суха получить даже 200 баллов было непросто. Врожденная способность зависела от самой себя и силы тела. Чем больше познаешь себя, тем точнее можешь оценить свои способности. Суха знал, насколько сильны его физические и боевые навыки, но оценка его способностей все очень хорошо знали об этом. Именно по этой причине Суха раньше никогда не тестировал их, так как прекрасно знал, даже с продвинутыми методами культивирования он мог заработать не больше сотни баллов, и в течение долгого времени он совсем не развивал их. Однако в этот раз 200 баллов, скорее всего, достались ему благодаря жульничеству. Экзаменационная система приняла во внимание идеальные модели Суха и, проанализировав это, присвоила ему 200 баллов выходит финальный счет на 100 баллов больше, чем мои настоящие врожденные способности, тайно подумал Суха. Он взглянул на описание врожденной способности, умение анализировать и строить модели на основе анализа, также умение строить постоянные модели, что-то. Его способность вроде бы соответствовала этому описанию. Даже после мутации она осталась прежней. Суха осмыслил описание и решил, что оно довольно точное анализирование всего, построение моделей, анализирование ее возможностей, формирование постоянных моделей. Да, верно. Это была самая последняя способность, которую Суха получил в результате мутации. Именно три этих слова – анализирование ее возможностей. После успешного создания моделей он мог проанализировать их способности. Это касалось только биологических моделей. После их создания он мог также составить модельную карту. Для любых иных объектов не биологического происхождения анализирование возможностей сводилось к определению сферы их применения. Очевидно, ограничения были связаны с тем, что он был живым существом. Вот почему он мог создавать модельные карты только из биологических моделей. Суха не сомневался, что будь он предметом, смог бы анализировать возможности других предметов и применять их всего один тест, и Суха получил более полное представление о своих врожденных способностях. Час почти прошел. Время покинуть помещение, пробормотал Суха себе под нос и выбрал опцию завершить экзамен. У преподавательского корпуса группа студентов с тревогой ожидала финальных результатов. Появились результаты многих кандидатов, но они никого не волновали. Все студенты следили за первой двадцаткой. День. Список имен обновился. Появился Сунь Ятань. Без инцидентов его врожденные способности оценили в 500 баллов, и его имя тут же поднялось наверх. У Сунь Атаня было 130 баллов за теорию, 200 за методику боя, 150 баллов за физическую подготовку и 500 за врожденные способности. Итого 980 очков, вывевшие его на первое место. Появились результаты сунья Атаня. 500 баллов, Матерь Божья, его способности превосходят мои. Эй! Как думаете, счет Суха будет выше, чем у него. Несмотря на то, что текущий счет Суха 800 баллов его врожденные способности класса Е, возможно, принесут ему дополнительные 180 очков. Так что обскакать суньятаня ему будет не так-то просто. Что ж, как знать, пока все разговаривали, список снова обновился. Чем ближе экзамен подходил к концу, тем больше имен возникало на экране. Что касалось Сунь Ятаня, перегревшегося на первом месте, его быстро скинули оттуда. Удивительно, но сделала это чени Жань. О, наш школьный цветочек. До этого момента Чини Жань не появлялась на первом месте. Всего один экзамен, и она вырвалась вперед. Чини Жань получила 170 баллов за теорию, 150 за методику боя, 150 за физическую подготовку и 530 баллов за врожденные способности, и того ее результат составлял 1000 очков и сейчас стоял на первом месте. Появление имени Чини Жань стало настоящей сенсацией, но все знали, что сенсация это не продлится долго. Конечно, в списке появились почти все имена, даже тех двух небожителей, Байлин Фын. Благодаря 530 баллам за врожденные способности, он поразил толпу общим счетом в 1082 очка, однако не он занял первое место. Джован, оценка врожденных способностей 600 баллов и того 1186, с разрывом в 104 очка он сместил Байлинфына и занял первое место, 600 баллов за врожденные способности, да как этому монстру удалось, само собой, богачи совсем другие, аж до смерти завидно. Помните выступление Чини Фэна в том году, теперь и у семьи Чжоу есть свой гений. Ага, результаты Байлин Фэна уже были высоки, но Чжоу Ван появился и занял лидирующую позицию. С появлением результатов за все четыре экзамена, картина, как правило, не менялась. Все потому, что комплексный экзамен никак не влиял на четыре предыдущих. В обычных обстоятельствах, если не было ошибок, финальный счет менялся не сильно. И если судить по этим нескольким людям из списка глупых ошибок они точно не совершали. В этот момент время отведенное на экзамены стекло, день список имен вновь обновился, как и до этого в нем появилось и тут же сместило вниз остальных имя. Все присутствующие подняли головы. Первое место суха, что происходит? Оценка врожденных способностей суха наконец появилась. 400 баллов их можно было бы посчитать низшим результатом в топе 50 но несмотря на низкий счет, общее количество баллов, составляющее 1200 очков, разом опередило всех и заняло первое место. Суха получил 190 баллов за теорию, 310 за методику боя, 300 за физическую подготовку и 400 за оценку врожденных способностей, Итого 1200 баллов и первое место. На этот раз вся школа лишилась дара речи, каждый пытался уложить это в своей голове. Мир сошел с ума при врожденных способностях Е-класса невозможно было одновременно попасть в класс естественного отбора и занять первое место в экзаменационном рейтинге. Даже Чжоу Ван потеснился, не говоря уж об остальных, в этот раз остолбенели даже Сиаидзе и Сулин. Два дня назад во время тестирования его счет составлял 10,8 баллов, верно? Если перевести в эту систему 1200 баллов, выходило, что его врожденные способности достигли 12 уровня. Этот же список имен в то же время транслировался в интернете. Почти все родители запомнили имя Суха. Это был пробный экзамен. Вторым, самым важным, был вступительный экзамен в колледж. Результаты первого экзамена оказывали на второй огромное влияние. Суха хотел стать звездой вечера, и ему это удалось. После экзамена на оценку врожденных способностей шел последний комплексный экзамен. Некоторые люди желали, чтобы Суха с треском на нем провалился. Многие верили, что из-за этого счет Суха сильно понизится. Однако самого Суха это не волновало. Комплексный экзамен начался и перед Сухой возникла трехмерная модель леса. Изучив стиль борьбы боевого мастера, он не стал особенно напрягаться. Вместо этого он ловко избегал атак противника и объединил техники, думая о боевых точках. Каждое дерево в лесу служило ему огромным преимуществом. Когда мастер атаковал, Суха прятался за одним из них, избегая атаки и продолжая объединять техники. Когда его движения почти прервались, Суха бросился вперед и вытолкнул из кулаков боевую силу. Несмотря на то, что большую часть времени он пребывал в невыгодном положении и лишь время от времени использовал контратаку, Суха переломил ход боя и, после 10 минут безвыходного положения, битва окончилась ничьей. Это уже был самый высокий показатель, который можно было получить. Столкнись Джоу Ван или Байлин Фэн с атаками мастера, другого пути не было бы. Все прекрасно знали, что на ранней стадии боевые навыки имели большие преимущества, чем врожденные способности. Вот почему тренировки по основным техникам боя были так популярны. В конце комплексного экзамена появились результаты. По сравнению с предыдущими, изменились они не сильно. Десятка лучших осталась прежней. Пертурбации начинались только после 90-го места. Те, кто плохо показал себя на комплексном экзамене, выбыли. Первое место – Суха, второе место – Джоу Ван, третье место – Байлин Фэн, четвертое. И так до 100. В списке появилась сотня имен. Кто-то обрадовался, кто-то расстроился. Так же, как и в прошлые годы, даже у человека на сотом месте был счет в 900 баллов. Обычным студентам попасть в класс естественного отбора было не под силу. Глава 40. Глава 40. Почему ты будешь цундеры? После экзамена ограничения наконец сняли. Ди, ди, день. Широкий горизонт, любовь моя. Дедуля, тебе сообщение от внука. Одновременно затрезвонили телефоны кандидатов. Когда они открыли сообщение, присланные школой, там оказалась только одна фотография. Естественно, это было не что иное, как результаты экзамена, все посмотрели на них и одновременно впали в ступор. Джоуван здесь его неожиданное появление навело на кандидатов ужас особенно эти безумные 1186 баллов. Но переместив взгляд, они поняли, что Джоуван отнюдь не был первым, что ужаснуло их еще больше 1200 баллов. Суха! Кто это? Студенты, занимавшиеся самоподготовкой, естественно, растерялись. За все то время, что их не было в школе, они ни разу не слышали о столь выдающемся персонаже. Странно, его имя звучит знакомо. Ага, если мне не изменяет память, не тот ли это парень, который наставил рога Суньи Атаню? Черт, точно он. Суньи Атань который ненадолго задержался в помещении, выходя из него понял, что присутствующие как-то странно на него смотрят, из-за этого ему стало не по себе, что происходит, хотя, плевать, нужно скорее найти Чини Жань, и Сунь Ятянь поспешно бросился на поиски, как раз в этот момент Чини Жань вышла из своего класса, несколько девушек, хорошо знавших ее, начали скандировать все вместе, и Жань, и Жань, одна из девушек улыбнулась, прикрыв рот, госпожа Чинь, ваша тень опять здесь. Чинь и Жань собралась сказать что-то, как вдруг ее запястье завибрировало. Поняв, что это результаты, она взглянула на них и была удивлена до такой степени, что прикрыла свой маленький ротик. Что там, девушка попыталась заглянуть в экран. Когда Чинь и Жань показала ей содержимое, девушка впала в ступор от увиденного. Это суха. Суха ведь, да? Кто ж еще, если не этот дурень отрывисто сказала чени Жань дрожащими губами. Она так и не закрыла рот, он так упорно работал. Девушка посмотрела на выражение лица Чени-Жани и заметила идущего к ним Сунь Атаня: Я так скажу, юная леди, перестань восхищаться результатами своего любовника. К тебе направляется Бог в чистом виде, что будешь делать? Чени-Жань равнодушно улыбнулась. Он меня не интересует, и думаю, очень скоро я тоже перестану интересовать его. Девушка едва заметно кивнула. Пока Суньятань Тань шел к ней, заметил несколько странных взглядов. Встав напротив Ченижань, он поразился еще сильнее. Чинижань не была, как обычно, холодна с ним. Казалось, она пребывала в хорошем настроении и даже едва заметно улыбнулась ему. Что бы это значило, она рада мне. Сунья Тань сломал всю голову, пока думал об этом. К счастью, девушка доброжелательно напомнила ему, твое средство связи должно быть на беззвучном. Открой его и взгляни на результаты. Хорошо, Суньятань только что вспомнил об этом. Результаты ведь уже пришли. Может, его рейтинг настолько высок, что Чени Жань наконец признала его. Он открыл коммуникатор и появился виртуальный экран, открыв сообщение от школы. Суньятань, замер на месте. Как такое возможно? Два дня назад Суха был серьезно им ранен. Одна только возможность участвовать в экзамене казалась призрачной, а тут 1200 баллов. Этого просто не может быть. За два дня он повысил свои врожденные способности с 6 или 8 до 12? Невозможно. Если только Суха не скрывал свою силу с самого начала, но какую цель он преследовал? Суньятань впал в неистовство. Стоя на одном месте, он активно работал головой, размышляя над различными действиями Суха. Проходящие мимо студенты бросали на него сочувственные взгляды, будто на бедного ребенка. Тем временем за пределами помещения Суха взорвался от радости, увидев результаты. Несмотря на то, что ему пришлось сжульничать, чтобы получить дополнительные 100 баллов, счет в 1200 очков сделал его по-настоящему счастливым. Дополнительные 10 баллов за методику боя и результаты теории стали для него отдельным сюрпризом. Это означало, что с этого момента его врожденные способности равны 11. 11 баллов, даже в классе естественного отбора второй лучший результат. Сухо остукнул кулаками друг от друга. Вот он, результат его упорных трудов. Теперь он твердо верил, что его будущее безгранично. Тем не менее, хоть он и радовался, это ничего не меняло. Яснее, чем кто бы то ни было, он понимал, что каждый новый шаг будет сложнее предыдущего. Методика боя и физическая подготовка, раз уж он улучшил их, станут еще сложнее. Даже съешь он укрепляющих препаратов высшего уровня за десятки миллионов, максимум заработает не больше 50 дополнительных баллов. Если взглянуть на это с такого ракурса, становилось ясно, насколько нелегким будет путь в будущем. А оценка способностей ⁇ 400, 500, 1000 и до бесконечности. Для того, чтобы всегда быть впереди остальных, он должен прилагать больше усилий. День ⁇ пришло еще одно сообщение. Открыв его, он увидел уведомление от класса естественного отбора, сообщавшего, что со следующей недели он официально считается его студентом. Суха улыбнулся. Что ж, по крайней мере первой цели он уже достиг. Верно, покинув экзаменационную зону, Суха вновь увидел гордого седовласого юношу, стоя рядом с фонтаном и глядя на коммуникатор на запястье, он выглядел очень меланхолично. Он что, не справился? Нахмурился Суха и, подойдя, похлопал его по плечу. «Привет, приятель, ты не справился с экзаменом?» Чжоу Ван бездушно поднял голову. Очевидно, что настроение у него было отвратное. Он упорно тренировался два года и так мечтал о дне, когда станет знаменитым. И тут, кто-то опередил его. Суха, кто этот избранный? В Цзянхе не было богатых семей по фамилии Су. Когда его похлопали по плечу, он увернулся и отошел. Подняв взгляд, он с удивлением увидел того парня, который улыбался и кивал ему до этого. А чем думаешь? Ничего страшного, если ты не справился. В конце концов, это просто пробный экзамен. Если хорошо покажешь себя на вступительных, все будет отлично. Попытался подбодрить его суха. Идем, я угощу тебя. Пойдешь, глядя на этого, полностью оторванного от социума парня, Джоу Ван почти отказался, но неожиданно кое-что придумал. Раз он студент этой школы, значит должен знать этого суха. Более того, взглянув на него, он понял, что парень в хорошем настроении и пойдет на все, чтобы подбодрить другого. А если он узнает, что его счет 1186 баллов, останется ли таким же довольным? В мыслях, думая иначе, Джоу Ван разомкнул губы, и с них сорвалось всего одно слово. Ладно, ага, тогда туда сухая был на седьмом небе, а этот парень не так плох. По крайней мере, он говорит с ним: а эти длинные волосы ну, просто куколка, школа гудела. Все обсуждали результаты. В этот момент Суха вел Джоувана к ресторану рядом со школой, чтобы поесть, поскольку результаты у него были лучше всех, замыкаться в себе не хотелось. В ресторане уже сидело несколько человек. Очевидно, у них тоже были хорошие результаты. Были среди них и те, кто попал в класс естественного отбора и теперь светился от счастья. Суха расщедрился на несколько блюд и принялся болтать с Джоуваном. Видя, насколько подавленно тот себя чувствовал, он снова принялся утешать его. «Я же сказал, не волнуйся так, это всего лишь пробный экзамен, выступишь в полную силу на вступительном». «Ага», — вяло кивнул Джоу Ван. Глядя на радостного Суха, он подумал, что это довольно забавно и вздохнул. «Хоть я попал в класс естественного отбора, желаемой цели не достиг. Ох, глаза Суха загорелись, ты тоже в классе естественного отбора, и какой у тебя счет?» Чжоу вяло ответил, всего 1186 баллов. Ты Чжоу Ван? Возбужденно спросил Суха. Это так ненаучно. Да, я Чжоу Ван. Несмотря на то, что другой обогнал его, результат все равно был впечатляющим, 1186 баллов. В чем проблема этого юноши? Очевидно, его совсем это не волновало. Что-то изменилось в выражении его лица. Джоу Ван даже поставил тарелку перед руками, опасаясь, что молодой человек может поперхнуться и выплюнуть не него воду. Иными словами, он ожидал бурной реакции. Будучи несчастным, он просто хотел самоутвердиться за счет юноши. Неужели это так трудно? В обычное время Джоу Ван не особенно церемонился с друзьями. В конце концов, он был типичным молодым мастером Цундеры, японский термин для обозначения типажа героя аниме, прим, переводчика. Видя, что юноша перед ним не отвечает, ему стало скучно, и он спросил «Ты знаешь Суха?» Эти 1200 баллов обогнали меня, он должно быть одна из этих легендарных личностей. Суха указал на себя. Суха, это я. Пу. Джоу Ван, в эту минуту сделавший глоток воды, тут же выплюнул все на стол. Взглянув на ничего не подозревающего Суха, он мгновенно пришел в ярость. Суха, это он? Черт он все это время вел себя, как идиот, Господи, как глупо. Вспомнив, как он хвастался своими 1186 баллами, Джоуан опустил голову и продолжил пить. Здравствуйте, вот ваша еда, к их столику подошел официант. Джован воспользовался этим, чтобы скрыть неловкости, поспешно повернул корпус, беря блюда и ставя их на стол. Затем он сказал официанту, благодарю вас. После этого Джован взял палочки и приготовился есть. Но официант от чего-то замер на месте. Я прошу прощения, это блюдо для столика по соседству. Глава 41. Глава 41. Переполох среди богачей. Я прошу прощения, это блюдо для столика по соседству. Руки с палочками Джоувана внезапно напряглись. Сухо о секунду смотрел на юношу и неожиданно почувствовал, что дело принимает дурной оборот. Ярость этого гордеца обещала вскоре вырваться наружу. Он пришел сюда за другом, а не за врагом. Кашлянув, он стал быстро действовать, чтобы спасти положение. Скажите им, что мы возьмем это блюдо. Запишите его на наш счет. Смущенно взглянув на Джоувана, который уже откусил кусок, официант только горько улыбнулся и объяснил ситуацию соседнему столику, чем только разозлил сидящих там ребят. Это был их банкет по случаю поступления в класс естественного отбора, а кто-то взял и сорвал его. За происходящим наблюдало много людей. Терпеть такое они не собирались. Идем, мы должны рассчитаться с ними. Черт, это еда брата Линя, а они осмелились украсть ее. Около пяти людей встали из-за стола и бросились к их столику. Указав на Суха и Джоувана, один из них сказал, «Эй, вы двое, вы осмелились украсть еду у брата Линя? Да вы знаете, кто я? Назовите свои имена, извините, и валите отсюда к чертям собачьим». «Верно, если вы из одной школы, «То должны знать брата Линяли», — ли, презрительно произнес еще один парень, встав рядом. «В конце концов, брат Ли попал в класс естественного отбора. У него есть шанс поступить в колледж Чжаньчжин. Сейчас же скажите свои имена и валите. Мое имя?» Чжоу Ван указал на свой нос, затем взглянул на Суха и ответил. «Мое имя Чжоу Ван. Каким образом вы намерены проучить меня?» Суха тоже равнодушно представился. «Меня зовут Суха, и мне тоже не терпится узнать это». Молодой человек опешил, атмосфера моментально похолодела. На теле юноши выступил холодный пот. Джован суха, лучшие в школе. Огромные результаты этих двоих могли свести с ума. Среди молодых людей не было противников, которые смогли бы вынести удар этих двух фриков. Джоуван, Суха, ладно, теперь нам известны ваши имена. Сейчас же извинитесь и валите отсюда. Высокомерно произнес парень, очевидно, не из -за их школы. Молодой человек, которого прошиб холодный пот, немедленно развернулся к юноше и ударил того по лицу. Пощечина оставила на его лице красный след. «Брат Джоу, брат Су, если вам нравится это блюдо, мы отдадим вам его. Считайте это подарком от младшего брата. Теперь, когда мы в классе естественного отбора, надеюсь, вы позаботитесь обо мне, как старшие братья». Закончив говорить человек, которого назвали братом Ли, быстро удалился вместе со своими приспешниками. Оставшись вдвоем, Чжоу Ван и Суха уныло посмотрели друг на друга. Через мгновение Джоуан выпалил. Стоит ли расценить это, как издевательство над слабыми? Суха на мгновение задумался: взгляни на него, он не кажется приятным человеком. Если так, то ладно, Джоу Ван немедленно успокоился и продолжил есть. Настроение этого парня слишком быстро менялось. После недавнего инцидента эти двое сблизились и разговорились. В момент, когда Чжоу Ван узнал, что Суха обладает врожденными способностями всего лишь класса Е, то немедленно воскликнул, что восхищается им. Имея всего лишь Е-класс, он заработал 1200 баллов, это показывает, насколько он трудолюбив. Небо вознаграждает старательных. Будучи гением, он понимал смысл этих слов больше других. После того, как Суха без колебаний указал на его характер Цундеры, двое юношей продолжили наслаждаться напитками и подкалывать друг друга. Когда они закончили выпивать, наступил вечер. Они вдвоем вышли на улицу глотнуть свежего воздуха. Идем в парк, неожиданно громко предложил Джоуван. Идем неосознанно согласился. Суха, и в его глазах засиял холодный блеск, и они намеренно пошли к дальнему парку. Пынк! Правая рука Джоувана врезала сухая по шее. В глазах у него потемнело, и Сухая упал в обморок. «Хых! И этот человек набивается мне в друзья? Дайте-ка подумать, надо куда-то оттащить его и там разобраться», пробормотал Джоу Ван себе под нос. Сказав так, он оттащил Сухая в сторону. Однако раздавшиеся в этот момент шаги заставили его напрячься. «Кто там? Шу! Шу!» Над ним пролетели две холодные стрелы. Джоу Ван ловко отскочил в сторону. Две стрелы с пружинистым звуком вонзились в дерево. Вот эта сила. Отпусти его. Раздался холодный голос. Четверо неизвестных, одетых в черной, вышли из темноты с луком и стрелами за спиной. Зажав в правой руке по черному лезвию, они тут же атаковали Джоувана. «Кто вы, парни?» – ледяным тоном спросил Джоуван, но не получил ответа. Он в панике отошел на несколько шагов, и люди в черном понеслись на него с огромной скоростью. Однако, когда они пробегали мимо Сухая, тот оправился от обморока и неожиданно вскочил на ноги. Пынк, пынк. Он яростно подсек одного из них ударом под колено и локтем в грудь. Затем Суха отобрал у него черный кинжал. Еще один, стоящий неподалеку парень в панике ранил себя собственным лезвием. Суха использовал его, как прикрытие. Пу. Лезвия вонзились в тело парня. Незнакомец в черном убил собственного напарника. Воспользовавшись возможностью двинуться вперед, Суха без колебаний направил лезвие в грудь другому мужчине, Пока его собственное оружие находилось в теле его товарища. Пу, еще один человек в черном умер, повернувшись, чтобы взглянуть на Джоувана, он увидел захватывающую картину. Двое остальных, очевидно, поняли, куда склонилась ситуация. Именно поэтому они увеличили скорость и стремились нанести смертельный удар. Два черных кинжала пролетели всего в 20 сантиметрах от Джоувана. Однако в этот момент Джоуван наставил на мужчин пальцы обеих рук. Сверкнул электрический ток. Тела нападавших неожиданно замерли, полностью окаменели и слабо повалились на землю. Какая мощная способность! Суха удивился себе самому из-за того, как быстро разобрался с внезапной атакой, и тому, с какой легкостью Джоуван уничтожил людей, приготовившихся атаковать его. Безупречный талант к боевым врожденным способностям очень сильно. Закончив драку, Джоу-ван подошел к Суха. Взглянув на двух мужчин на земле, он удивленно спросил, ты убил их? Сухая повернулся и тоже посмотрел на них, очевидно, да, и в самом деле убил, так решительно и так быстро. Вспомнив о своем первом убийстве человека, он потом чувствовал себя погано весь день, затем, пройдя сквозь череду убийств бешеных тварей, он привык к этому. Даже, когда ему приходилось убивать, он оставался спокойным и если бы Чжоу Ван не напомнил ему об этом, Суха даже не заметил бы, насколько хладнокровен был. Но поскольку дискомфорта в нем это не вызвало, он только кивнул и ответил «Ага». Чжоу Ван неожиданно впал в состояние шока. Несомненно, он сравнил ощущения в своем сердце. Только что применив свои способности, чтобы разобраться с нападавшими, он ощутил чувство удовлетворения. Очевидно, он не мог принять свой сегодняшний результат, но не жалел об этом. Такое хладнокровное убийство, даже его убийство, не заставит его сразиться с Суха. В старшей школе все были еще новичками. Время от времени его репетитор приносил ему бешеную тварь, чтобы он практиковался в боевых навыках. Он думал, что сила его ума достаточно мощная, но теперь, почему ты так на меня смотришь, Суха посмотрел прямо на него. Что в этом плохого, если они хотели убить тебя? Оправившись от шока, Джоу Ван выразил сомнение, не уверен. Сперва я подумал, что они хотят убить тебя. Суха вспыхнул от стыда. На самом деле, когда они вышли из ресторана, то уже знали, что за ними шпионит. Вот почему им пришлось разыграть эту маленькую драму, чтобы определить реальную цель. Опустив голову, Джоу Ван изучил мужчину в черном. После этого он нахмурил брови. У них нет никаких врожденных способностей, хоть они и солдаты, они самые обычные люди. Похоже на то, кивнул Суха. Но разве посылать кого-то без способностей, чтобы убить тебя неопрометчиво? Джован Ван торжественно произнес. Это была проверка. Покинув своего репетитора, я отправился на экзамен и еще не был дома. Боюсь, они стремились узнать мою истинную силу. Убить меня было бы лучше всего. Но если бы не удалось, они хотя бы поняли бы, какой у меня потенциал. Они, они, мои обожаемые родственнички, фыркнул Джоуван. Ай-яй, в кругах богачей переполох, эмоционально покачал головой Суха. И кто просил твою семью иметь столько родственников? Разберись с этим сам, а я домой хочу. Ладно, кивнул Чжоу Ван. Прежде, чем Суха покинул место преступления, они обменялись контактами. Затем Чжоу Ван вызвал своего человека, чтобы тот уладил ситуацию. Это убийство полностью испортило хорошее настроение Чжоу Вана. Когда Суха вернулся домой, его мама и сестра ужинали. Суха уже отправил им сообщение, так что блюда были чисто символическими. Когда Лисяжа узнала о достижениях сына, ощутила гордость и счастье. Раз ее сын хочет идти этой дорогой, значит этот пусть для него самый лучший первое место в школе. Отличное начало. Братик, в следующий раз ты должен научить меня. В последний раз люди переживали, но я всегда говорила, что мой брат не слабак, гордо сказала Сулин в уже привычной детской манере. Сухая потрепал ее по голове. Хорошо, я буду чаще тебя слушать. Глядя на сцену между братом и сестрой, Лисяжу почувствовала легкую грусть. Сухая взял ее за руку. Мам, хоть папа и умер, у тебя по-прежнему есть мы с сестрой. Да, Лисяжу улыбнулась. Тройца немного поболтала. После еды Сухая вернулся в свою комнату. Первая цель по вступлению в класс естественного отбора достигнута. Следующий шаг – попасть в колледж Чжаньчжин колледж, где многие люди смотрят на тебя свысока. К тому моменту, как школа снова откроется в августе, пройдет месяц. С начала сентября он присоединится к классу естественного отбора. С завтрашнего дня и до июня до вступительных в колледж останется 10 месяцев. После пробного экзамена шел двухдневный перерыв. После него студенты начинали посещать класс естественного отбора. Задавшись целью быстро развивать свои способности, Суха сперва хотел понять, что ждет его там, так что в эти два дня он не планировал совершенствовать свои способности. Выходные он провел дома с семьей, время от времени он практиковался в боевых техниках, активизируя клетки тела, чтобы оправиться от усталости за этот месяц. Скоро Суха привел себя в идеальный порядок. Глава 42. Глава 42. Мистический поезд. Суха. Здесь. Джоуван, Здесь. Байлин Здесь классный руководитель выкрикивал имена студентов, сверяясь со списком, и те отвечали громким голосом. Неудивительно, что они были так воодушевлены, ведь сегодня был первый день занятий в классе естественного отбора. Прямо сейчас шла финальная перекличка перед тем, как они тронутся в путь. Молодцы, все пришли вовремя, удовлетворенно кивнул учитель раз все 100 студентов здесь, давайте пойдем в автобус. Когда все учащиеся вошли в автобус, транспорт медленно покатил к центру города. Сухо осмотрел в окно, наслаждаясь пейзажем. В голове бурлили эмоции. Мог ли он раньше подумать, что исполнит свою мечту? Изучая остальных студентов в автобусе, он остановил взгляд на Чжоу Ване, и они улыбнулись друг другу. Очевидно, класс находился не так далеко не обращая внимания на скрежечущего зубами Сунь Ятаня, Суха прошел назад, чтобы изучить округу. Класс естественного отбора располагался за пределами школы. Сухая был уверен, что он находится в отдельном кампусе. Однако ко всеобщему изумлению автобус остановился у входа в метро. Чтобы попасть в класс естественного отбора нужно ехать на метро? И как школа отважилась на такое? Многие студенты здесь из богатых семей. Они привыкли ездить по окрестностям в спорткарах. Разве могут они спуститься в метро, на котором ездит выходцы из низшего класса? Неужто школа настолько нищая, что не может нанять личный автомобиль? Обсуждая это, люди пошли за учителем к лифту. Неожиданно преподаватель подвел их к темному месту рядом с лифтом, на котором значилась лифт для персонала. Классный руководитель приложил большой палец к дверям. Отпечаток пальца подтвержден первые 33 ученика заходят, остальные ждут, равнодушно сказав это, класс рук пропустил студентов в лифт. Кабинка выглядела просторной, но у Суха все равно оставались сомнения. Примечательно, что большинство станций в Цзянхе располагалось на цокольном этаже, так что в лифтах обычно была всего одна кнопка. Но в этот раз, как только учитель настроил экран, появилась еще одна кнопка, 2. Второй подземный этаж. На глазах у толпы двери лифта раскрылись. И появилась еще одна станция метро в совершенно другом стиле, освещенная ярким светом. Так называемый второй подземный этаж имел площадь примерно в 200 метров, способную вместить 300 человек за раз. Это место. Суха осмотрел на картину перед собой с огромным удивлением. На платформе второго подземного этажа располагался бледный белый экран, служивший своеобразным барьером. Суха опустил голову и заглянул за экран за ним были две ярко-желтые световые дорожки. Это очень забавно, верно? Джоу Ван подошел к нему поговорить, сухо засмеялся. Я ездил на этом метро столько лет и не знал о существовании второго этажа. Но куда ведут эти дорожки? Скоро узнаешь, философски сказал Джоу Ван. Через минуту, классный руководитель повел всех студентов вниз. Взглянув на часы, он произнес «Неплохо, еще 30 секунд в запасе». «30 секунд? Значит приедет поезд?» никто больше не разговаривал, все молча ждали. 30 секунд спустя лучи света переметнулись. Скорость была настолько высокой, что никто не мог увидеть, что там. Только приблизившись к студентам, они замедлили свой ход. Постепенно начал вырисовываться образ поезда. Студенты подняли взгляд и тут же втянули в себя холодный воздух. Перед ними был не поезд, перед ними стояло стальное чудище. По сравнению с обычными поездами, этот кардинально отличался. У этого поезда были четкие контуры и многочисленные лезвия, которые, казалось, могли выстрелить в любую минуту и обезглавить присутствующих. Голова его имела форму свирепого зверя. Фарами служила пара глаз на морде отвратительное выражение. Лобовое стекло было вставлено в рот чудовищу с острыми опасными клыками. Тело поезда не было длинным и состояло всего из трех вагонов. В каждом вагоне располагалось 100 сидений, коих было более чем достаточно. К. К. Лезвия втянулись и появились три двери. Толпа была полностью шокирована этим зрелищем. Классный руководитель улыбнулся. Он устремился к поезду, и остальные переглянулись. Немного помедлив, они двинулись за учителем. Достигнув двери, они ускорились, из боязни, что двери неожиданно закроются. Наконец, все студенты вошли. Платформа, очевидно, определила, что на ней никого не осталось. Лучи померкли, оставив чудовище одного в темноте. Шу. Поезд превратился в луч света и тут же исчез без следа. Они ехали в полной темноте, не зная сколько пути уже пройдено, пока в поезд не проник свет. В этот момент он замедлил ход и остановился. К, к, лезвия вновь пришли в движение. Изнутри ничего нельзя было разглядеть. Так что студенты, один за другим, покинули вагон. Представшие перед ними зрелище заставило всех приободриться. Зеленые холмы и чистые воды, вдалеке отчетливо виднелся лес. Тем, кто с младенчества не покидал Цзянху и доселе не решался выехать за пределы города, эта картина показалась особенно красивой. Это центр Цзянхи, заметив восхищенные взгляды на лицах учеников, класс рукобыденно сказал «Добро пожаловать в класс естественного отбора». Изучая окружающие красоты, сухо поразился. Он выезжал из города, чтобы сразиться с бешеными тварями, он мог бы считаться самым искушенным исследователем окрестностей. Но то, что он видел сейчас, не шло ни в какое сравнение с ними. Это определенно был не центр Дзянха. Если учесть, с какой скоростью умчался поезд, можно предположить, что они выехали далеко за его пределы и находились посреди дикой природы. Неудивительно, что они ехали на этом своеобразном метро. Не сделай они этого, по пути половину студентов сожрали бы дикие твари. Дикая природа была их территорией. Выходит, класс естественного отбора располагался между ними как смело, хорошо, студенты. Поезд совершает путь туда-обратно каждый день в 8 утра и в 6 вечера. Если хотите вернуться в город, не пропустите его, сказал классный руководитель. А теперь, пожалуйста, следуйте за мной. Вам нужно взглянуть на необходимое оборудование и познакомиться друг с другом. Учитель повел их вовнутрь. По дороге он рассказывал об основных правилах класса. Во-первых, позвольте сказать вам всем, если вы недостаточно подготовлены, не отходите от школьных ворот дальше, чем на 10 метров. Если не послушаетесь, велик шанс столкнуться с бешеной тварью. Защитная система кампуса не сможет вас защитить, так что рассчитывать вам придется исключительно на собственную удачу. Класс естественного отбора полностью свободный класс. Как только вы полностью пройдете основную программу и заслужите популярность, можете делать все, что хотите. Позже я выдам вам коммуникаторы. Это очень важный инструмент для каждого студента класса естественного отбора. На него можно записать множество информации, которая поможет вам в учебе. Через некоторое время учитель привел их в помещение. Внутри располагалось множество стеклянных кабинок с именами, со школьной формой и устройствами связи. Теперь наденьте их. Коммуникаторы в классе естественного отбора ничем не отличались от других. Глядя на то, что выглядело как обычные наручные часы, Суха не смог найти отличия. Для него, однако, они все равно были редкостью и великим сокровищем. Аккуратно надев коммуникатор на левое запястье, Суха активировал устройство, и оно удобно зафиксировалось на руке. Появился экран со всей информацией о нем. Коммуникатор ⁇ что-то вроде микрокомпьютера. В нем есть особые функции. Со временем я расскажу вам о них. Но есть кое-что, о чем я должен сказать вам прямо сейчас. В каждом устройстве установлена программа. Мы зовем ее командой жизни и смерти. Когда учитель сказал это, все присутствующие напряглись. Когда произносит что-то подобное, это не ведет ни к чему хорошему. Эта команда необходима для защиты студентов класса естественного отбора. Неважно, угрожает ли вам опасность в школе или за ее пределами, вы можете активировать ее. Как только команда активизируется, школа пошлет кого-нибудь, чтобы спасти вас. Услуга ограничена, но у каждого есть три попытки. Как только команда будет использована трижды, устройство уничтожится. Иными словами, вас исключат. Все присутствующие опешили, услышав такое объяснение. Исключат. Из класса естественного отбора можно вылететь. Что касается активации, то вы можете установить ее на свой вкус голосовая активация, активация по отпечатку пальца, по движению и так далее. Чтобы вы не выбрали, вы сможете найти это в настройках меню. Но как только появится опция спасения, ни в коем случае не выбирайте ее, иначе израсходуете все три попытки. Пока учитель объяснял это, один из студентов поднял руку. Но учитель, если мы попадем в опасность, пока школа пришлет кого-нибудь, мы, скорее всего, будем уже мертвы не сомневайтесь, раз школа гарантирует вам безопасность, значит она способна ее обеспечить. Неужели, пробормотал студент, я лучше сам проверю. Чтобы экран отображался, коммуникатор нужно было связать с ДНК владельца. Даже, если владелец автоматически расширял экран, видеть его не мог никто, кроме него. Немного повозившись, студент закричал «Помогите!». В ту же секунду все обернулись и посмотрели на него, как на идиота. Студент, казалось, не обратил на это внимания и недовольно сказал преподавателю, ⁇ Учитель, я активировал программу, о которой вы сказали, но ничего не произошло ⁇ Классный руководитель загадочно улыбнулся ему. В этот момент он выразительно посмотрел на студента. Тот почувствовал, что что-то не так. Когда он взглянул на остальных, только тогда понял, что они смотрят не на него, а на что-то за его спиной. Его тело напряглось, и он увидел позади себя мужчину средних лет. Привидение. Глава 43. Глава 43. Битва за честь. Привидение. Закричали студенты из конфужина сбились в одну кучу. Это было очень страшно. Комнату огораживали стеклянные, практически прозрачные двери. Плюс ко всему, студент стоял посреди толпы. Как этому человеку удалось так неожиданно появиться? Еще один придурок испытал команду жизни и смерти. Мужчина среднего возраста удовлетворенно улыбнулся. Как тебя зовут, Ли? Лисинь, дрожа отозвался студент. Ага, хорошо. Сказав это, призрак неожиданно исчез, будто его и не было. К этому моменту Суха уже понял, что происходит. Врожденные способности. Должно быть у него что-то вроде таланта к мгновенному перемещению. Вот как ему удалось появиться перед студентом, использовавшим команду в мгновение ока, чтобы спасти его. Такая впечатляющая способность, а школа использует этого парня как охранника. Благодаря этому идиоту, остальные поняли, что представляет из себя команда жизни и смерти. Никто не стал бы просто так использовать ее. Весь бледный лисинь произнес «Учитель, этот дядя не рассердился на меня и не откажется помочь мне в следующий раз?» Классный руководитель засмеялся. «Не волнуйся, как он посмеет отказаться. Наоборот, ты очень ему понравился. В конце концов, он получает выгоду за каждый призыв». Всякий раз, когда он спасает студента, школа выплачивает ему большое денежное вознаграждение. На этот раз делать ему ничего не пришлось, а деньги он все равно получит. Как он может злиться после такого? Хорошо, очень хорошо, вздохнул Лисинь. Затем учитель напомнил, с этого момента, ты можешь использовать команду всего два раза. Будьте уверены. Как знать, может, до моего выпуска она мне вообще не понадобится. Лисинь с уверенностью стукнул себя по груди. Классрук улыбнулся и больше не возвращался к этой теме. В голове Сухая пронеслось всего одно слово «идиот». Подумав о том, что произошло, он вспомнил строчку, которая хорошо характеризовала данную ситуацию. В любой команде, каждый десятый ее член будет тупым идиотом. Раньше Суха не верил в это, но теперь видел, что это так. Наличие таланта еще не гарантирует наличие у него ума. Ну хорошо, студенты. Теперь, когда коммуникаторы у вас, всю дополнительную информацию вы можете считать с них. С этого момента школьные уведомления, заявки на назначение и прочее вы будете получать на это устройство. А теперь можете прогуляться по школе и изучить окрестности, сказал учитель толпе. Ах, да, надеюсь увидеть вас всех на выпуске. Сказав это, классный руководитель ушел. Джоу Ван и Суха посмотрели друг на друга. Каждый заметил в глазах другого огромное возбуждение. Дикая местность, это действительно она. Раньше они думали, что исследовать ее они смогут лишь после окончания университета, но то, что это позволено студентам класса естественного отбора, они никак не ожидали. Неудивительно, что даже репетитор Джоувана хотел, чтобы он попал в этот класс. В этом месте начинались настоящие приключения. Суха активировал экран на своем устройстве. С помощью карты разобраться в плане школы было легче жилая зона, классная зона, деловой район, тренировочная зона, зона для персонала. Кроме последней, остальные зоны были открыты для общего посещения. В жилой зоне располагалось студенческое общежитие и столовая. В классной зоне различные курсы и учительская. В деловом районе студенты выполняли всякого рода работу, покупали и продавали материалы, запрашивали задания и прочие в том же духе. Тренировочная зона была оснащена различным оборудованием для физических упражнений и культивирования, виртуальными боями и зонами с разными режимами тренировки. Что касалось последней зоны, для персонала, то здесь собирались все учителя и руководители. Вот только Суха с удивлением обнаружил, что территория школы была небольшой и, соответственно, требовала более сильной защиты от бешеных тварей. Но для одной сотни студентов не слишком ли она огромная? Пока он пребывал в замешательстве, остальные устремили взгляд вдали и зашлись в удивлении. К ним направлялся студент, одетый в школьную униформу. Неужели, помимо них здесь были еще студенты? Каждый год класс естественного отбора отбирал 100 учеников, так называемую элиту. Как тут оказались другие люди, кто он? Видя ошарашенные взгляды толпы, студент расплылся в улыбке, пока шел к ним. Новенькие. Всем привет, я Чжаофен, студент из последнего отбора. Последнего отбора толпа была поражена. Последний отбор, тогда почему? Ничего не поделаешь. Я не прошел и ждал, пока меня оценит. Чжаофен улыбнулся. И тут идиот Лисинь снова подал голос. Второгодник, ты провалил экзамены в университет? Класс естественного отбора принимает таких людей? Это просто смешно. Сухо молча посмотрел на него. Вот придурок, просто чудо, что ему удалось дожить до своих лет. Глаза Джафына вспыхнули и в ту же секунду он исчез. Пынк. Лисеня несколько раз ударили, пока он не отлетел назад, отброшенный и столкнувшийся с его лицом ступней. Джафын склонился над ним и сказал, маленький ублюдок, в классе естественного отбора тебя быстро научит быть вежливым. Всем пока, я должен идти. Джафын улыбнулся толпе и удалился. Долгое время Лисень не осмеливался встать присутствующие переглянулись, мощные способности Джафына поразили их. Хоть Лиси не был придурком, занимал десятое место по школе, чем страшно гордился, но не успел он приехать сюда, как Джафын избил его. Стоящий рядом с Суха, Джоу Ван сказал, школа явно не отбирает обычных студентов. Раз тут есть второгодники, это может означать только одно. Их единственная цель – поступление в колледж Чжаньчжин поэтому они остаются на второй год, таких людей стоит опасаться. Сухо кивнул. В каждом отборе по 100 студентов. Если 20 из них поступают в колледж, остальные 40 идут в университет, значит, по меньшей мере, 30 студентов остаются на второй год и пробуют снова. Эти студенты единожды уже участвовали во вступительных в колледж, не стоит недооценивать их силы. Джоу Ван нахмурился. К счастью, если вспомнить слова учителя, сталкиваться с ними мы не будем. Не будем, Суха задумался. Он активировал свой коммуникатор, ввел в поисковик слово второгодники и перед его глазами возник список. Как и говорил учитель, в нем можно было найти все правила и нормы. Увидев результаты, Суха поперхнулся от удивления, что случилось. Джоуан заметил перекошенное лицо Суха. Юноша выбрал опцию расширить экран. Мгновенно он стал виден всем окружающим. Класс, посмотрите сюда. Каждый месяц в школе проходит битва за честь. Битва проходит в зале виртуального боя между новичками и второгодниками. Не может быть. Это невозможно. Едва толпа увидела это, посыпались жалобы. Разве выпуская новичков против второгодников, которые уже отучились целый год, школа не издевается над слабыми? Что скажешь, Суха? Спросил Джоу Ван. Юноша на мгновение задумался. Думаю, толкая нас на это, школа не дает нам расслабляться. Если мы даже второгодников одолеть не сможем, то как же поступим в колледж, резонно, один за другим, студенты в толпе закивали, Сухо сказал правильную вещь, если они не в состоянии справиться с второгодниками, то как выдержат вступительный экзамен, что ж, сейчас кажется, что мы обречены на провал, однако, так как мы новенькие, наш потенциал безграничен, наша сила будет идти вперед семимильными шагами, с другой стороны, школа использует это, как стимул для второгодников. Если они перестанут упорно работать, все что им останется, это беспомощно наблюдать за тем, как новички обходят их. Посмотри на Чжафына, он боролся не в полную силу, но можно предположить, что его врожденные способности не меньше 15, заметил студент с угрюмым выражением лица. Первая битва за честь состоится 1 октября. Вполне вероятно, что мы покажем себя на ней ужасно, пока каждый из нас будет делать все, что в его силах, все будет в порядке месяц – довольно долгий период. Уверен, даже на первой стадии пребывания здесь мы сильно увеличим свою мощь, Суха спокойно улыбнулся. Толпа снова закивала. Забыв о битве, студенты стали знакомиться друг с другом и обсуждать вещи, связанные с классом естественного отбора. Но вскоре гармонию разрушил чей-то голос. Ха-ха, как низко. Где этот Джафын? Как он осмелился атаковать без предупреждения. Придурок Лисинь наконец встал и зло произнес. Если в тебе есть мужество, давай устроим 300 раундов. Атаки из-под тяжка для слабаков, черт. Толпа затихла. Странно, что этого парня не убило ударом в следующую секунду. Студенты медленно разбрелись. Разбившись на группы, они прогуливались по школе, кто где хотел. Толпа исчезла без следа. Лисинь непонимающе поднял голову и посмотрел на пустую комнату. Что еще за дела? Глава 44 Глава 44. Смелый и безудержный наставник и действительно, школьный корпус оказался небольшим. Кроме того, здесь училось всего две сотни и один человек. Меньше, чем через полчаса Сухо закончил обход территории. Изучив школьный корпус, он отправился в жилую зону искать свою комнату. Комнаты, предоставленные школой, оказались довольно неплохими. Комната полагалась каждому студенту. Они были просто роскошные, точно в пятизвездочном отеле и не шли ни в какое сравнение с городским жилищем на дорогущей земле. Что ж, в любом случае, территория, находящаяся посреди дикой зоны не приносила бы денег. Удобно устроившись на постели, Суха принялся возиться с коммуникатором на запястье. До этого он пользовался обычным мобильным телефоном, поэтому виртуальный экран на устройстве был для него в новинку. Вскоре Суха получил уведомление от школы. С 1 по 10 сентября открыта бесплатная регистрация на курсы по теории, физической культуре, боевым искусствам и оценке врожденных способностей. Четыре курса, заинтересовался Суха, он вспомнил слова учителя. Только после прохождения базового курса вы можете принять участие в любых мероприятиях, в каких захотите. Должно быть, это и был так называемый базовый курс, четыре курса за первый месяц в школе. Суха продолжил знакомиться с информацией, курсы носили индивидуальный характер, преимуществом класса естественного отбора служило то, что каждый учитель здесь был выпускником Колледжа Чжанчжин. они не только поступили в него, но и успешно окончили, каждый из них обладал неописуемой силой. С такой силой индивидуальные занятия станут сплошным удовольствием, многие мечтают об этом. Войдя в систему регистрации, суха обнаружил, что некоторые уже записались на курсы и неожиданно усмехнулся. Едва некоторые студенты получили объявление, поспешили внести свои имена, опасаясь, что другие опередят их. Если зарегистрироваться на день раньше, то будешь впереди на один день. Выходит, тогда та группа второгодников, которая опережает студентов на целый год вообще богам подобны. Суха засмеялся. Закончив регистрацию, он разослал сообщение с уведомлением всем студентам своего отбора. В комнате общежития Суньятань с гордостью вписал свое имя. Видя, что никто больше не регистрируется, он скопировал сообщение, чтобы переслать его Чинь Жань. Письмо, само собой, он снабдил кучей всякого дерьма, которое заставляло его чувствовать себя значительным, отметив, что он первым заметил объявление и что первый, с кем он захотел поделиться информацией, была чени Жань. Настрочив в любовном порыве сотню слов, Сунь остался доволен. Но когда он собрался отправить сообщение, его коммуникатор звякнул. Пришло пересылаемое сообщение. Открыв письмо, он сперва остолбенел. Сухо переслал школьное объявление. Одно пересылаемое сообщение уничтожило все, что так старательно набирал Сунь Ятань. Он мгновенно разозлился. «Вот тормоз, неужто не умеешь хранить секреты? Ты переслал сообщение всей школе» что не мог поделиться им с самыми близкими друзьями и воспользоваться преимуществом. В то же время сотни студентов получили уведомления. Изучив регистрационную систему, многие из них внесли свои имена. Если бы не сообщение от Суха, большинство студентов узнали бы о нем лишь через несколько дней. В худшем случае, они могли даже просрочить дедлайн регистрации, о чем потом жалели бы остаток жизни. Зарегистрировалось столько студентов, а проинформировал нас один Суха. Неудивительно, что он лучший студент. Помимо прочего, у него еще и сердце золотое. Скорее записывайтесь. В следующем месяце нам соревноваться с второгодниками. Всего одно короткое сообщение заставило их вспомнить о Суха, Особенно тех студентов, которые без продыху два года тренировались дома. В школе они знали лишь нескольких людей. Получать такой теплый прием от других было для них в новинку. Суха, впрочем, особенно не задумывался над этим. Он уже имел преимущество, зарегистрировавшись первым, съев мясо, ему, естественно, не жалко было поделиться супом с другими. Более того, на этот раз он понял, что класс естественного отбора отличается от обычного, если сравнивать его с главным кампусом. Здесь везде подстерегали ловушки, угодишь в одну из них и уже не восстановишься. Поскольку он прошел регистрацию в числе первых, после обеда Сухая получил дополнительное руководство, в котором говорилось, что в 4 вечера ему надлежит прибыть в аудиторию номер 110 в учебной зоне. И в 4 вечера Сухая был там. Хотя аудитория 110 и называлась аудиторией, на самом деле выглядела, как просторная клиника. Все пространства заполняли белая марля и оборудование. Там уже довольно долго ожидал высокий крепкий мужчина. Сухая подошел к нему. Приятно познакомиться, учитель. Я пришел сюда потренироваться. Ага, неплохо, кивнул большой парень. Меня зовут Джан Цан, я ментор по укреплению твоего тела. Здесь не основной кампус, так что ограничений не будет. Хорошо, учитель Цан, ответил Суха. Садись сквозь виртуальный экран. Глаза Джан Цаня заиграли удивительными красками, пока он проверял физическое состояние Суха. Твои физические способности первые в школе? Да. Неплохо, мне нравятся люди в хорошей форме, усмехнулся Чжан Цан. Сильные способности, разрази меня гром. Даже с такой физической силой, как у меня, они могут сдвинуть меня с места, не говоря уж о нападении. Ты, парень, определенно мой тип. Суха почесал голову. Теперь стало ясно, что учителя здесь не особенно ладят друг с другом. Как хорошо ты понимаешь понятие физическая подготовка, спросил Чжан Цан, взглянув на Суха. Юноша на мгновение задумался. Физическая подготовка отражает силу человеческого тела. Сюда входит клеточная активность, прочность мышц, сила костей, чувствительность, скелет, а также комплексные параметры человеческого тела. Все они оказывают огромное влияние на общую силу тела. Слушая объяснение Суха, Джан Цан на мгновение опешил. «Очень подробно, сколько у тебя баллов за теорию?» «190 баллов», — честно ответил Суха. Невероятно, уголок рта Чжан Цаня слегка дернулся. Затем он продолжил. Твой учитель имел по теории только 100 баллов. Суха начал потеть. Неудивительно, что у преподавателя было такое выражение лица. Он вообще не понял объяснений Суха. Черт, только пришел и уже наступил ему на хвост. 190 баллов в мое время в колледже Чжан -чжин. Такой результат был только у безумцев. Продолжил Чжан Цан с легким намеком на ностальгию. Прошло очень много времени с тех пор, как я видел кого-то с такими высокими баллами за теорию. Суха больше не перебивал из страха сказать что-то не то. Джан Цан взглянул на него. Хихе, иметь высокие баллы за теорию – это хорошо. Мои близкие друзья говорят, что у меня есть сила, но нет мозгов. Так что ты, парень, в следующий раз дай мне какие-нибудь указатели, понял? Да, к этому моменту Суха очень сильно вспотел. В продолжение темы хочу сказать. Вся эта клеточная активность, прочность мышц и так далее, полная чепуха. Джан Цанух ухмыльнулся. Это полагается знать биологу. А тебе, студенту, это зачем? Запомни, что физическая подготовка – это не что иное, как твоя собственная сила. Защита, ловкость, сила показывает, как тяжело ты сможешь ранить своих врагов. Защита – то, как хорошо ты держишь удар, а ловкость – как быстро можешь уклониться от атаки. Замерев на месте, Суха внимательно слушал. Десять тысяч мыслей бешено крутились в его голове. Этот преподаватель, правда, выпускник колли Джаджань Он не похож на здравомыслящего человека, скорее на одноклеточный организм. Бам! Джан Цан хлопнул Суха по голове. О чем задумался сорванец? Ни о чем, ответил Суха, смертельно побледнев. У тебя неплохие физические способности, 300 баллов. Этого счета вполне достаточно для поступления в Чжанчжин, благосклонно проговорил Чжан Цан. Сыворотка для укрепления тела начального, среднего и высшего уровней, гарантированное увеличение с сотни до трехсот баллов. Даже большие семьи тратят на это целое состояние. Ты, парень, наследник такой семьи, да? Сухо офыркнул. Я из самой обычной семьи, учитель. Пытаешься скрыть свой опыт, расстроился Чжан Цан. Только я похвалил тебя за твой ум. Как обычная, семья может позволить себе укрепляющие препараты стоимостью в миллиарды звездных долларов, суха, честно ответил учитель. До этого я пил только укрепляющую сыворотку начального уровня. Джан Сан поперхнулся от неожиданности: твоя врожденная способность сильное тело. Нет, не может быть. Я же уже видел ее. Ты что-то там моделируешь, верно? Это никак не связано с физической подготовкой. Как ты заработал 300 баллов, суха, почесал в затылке я самостоятельно тренировался до 150 очков, а потом увеличил их с помощью укрепляющего препарата с черного рынка. Выражение лица Чжан Цаня стало серьезным. С черного рынка, ты действительно увеличил счет на 150 баллов, и твои 150 стали три местами, да, кивнул Суха. Теперь выражение лица Чжан Цаня стало еще страннее. Заглянув в сердце Суха, он сильно встревожился, он долго думал, прежде чем открыть рот. В прошлый раз, когда у меня было 150 очков, я тоже использовал этот препарат. Глаза Суха загорелись, однако я положился на мои врожденные способности, которыми является сила тела. Вот почему я осмелился выпить его. Едва не став калекой, я в итоге увеличил счет до 280 баллов. Суха вспомнил прошлую ситуацию. Если бы он решил использовать препарат снова, не факт, что его жизни ничего не угрожало бы. Взглянув на него, Джан Цан понял, ты намного смелее, чем я, парень. Согласно научным исследованиям, лимит физической подготовки составляет 400 баллов. Для человеческого тела 400 баллов ⁇ предел. Если превысить их, то это может помешать врожденным способностям. После долгих тестов однажды физическая подготовка превысит 400 баллов, и их излишек будет расцениваться, как врожденные способности, вяло произнес Джан Цан. Ты должен четко осознавать это. Хорошо, кивнул Суха. В теоретическом курсе говорили об этом. 400 баллов только кажутся легко достижимыми. Лишь нескольким студентам под силу достичь такого счета в старшей школе. Только после поступления в Чжаньчжин, все вы быстро устремитесь к этому количеству. Там отличные возможности для гениев и безумцев, произнес Чжан Цан. Лишь нескольким студентам под силу достичь такого счета в старшей школе, Суха почувствовал себя странно. Не тем ли, чьи врожденные способности связаны с силой тела могут с легкостью достичь отметки в 400 баллов. Глава 45. Глава 45. Безумный выбор. Лишь нескольким студентам под силу достичь такого счета в старшей школе, Суха почувствовал себя странно. Не тем ли, чьи врожденные способности связаны с силой тела могут с легкостью достичь отметки в 400 баллов. Джан Цан прищелкнул языком. Физические способности, выходящие за пределы 400 баллов переходят во врожденные. Однако здесь не существует такого понятия как параллельное усовершенствование физических и врожденных способностей. Даже если это усиленная физическая способность, система автоматически разделяет ее. Усовершенствованная способность – это усовершенствованная способность, а физическая – физическая. Вот оно что, тут же понял Суха. Проще говоря, излишек физических способностей расценивается как врожденные. Во время теста на определение физической силы система полностью игнорирует улучшения, идущие от врожденных способностей и оценивает только основные параметры тела. Однако под влиянием врожденных способностей и специальных препаратов тело претерпевает незначительные изменения и улучшения нельзя обнаружить. По этой причине, когда физические способности превышают 400 баллов, дополнительные очки расцениваются как показатель врожденных способностей самые популярные, а также самые сильные средства на рынке, укрепляющие сыворотка высшего уровня увеличивает силу с 250 до 300 очков. А вот увеличить ее с 300 до 400 довольно сложно, продолжил Джан Цан, как бы там ни было, раз ты достиг лимита, в следующий раз, при попытке улучшения физической силы, ты столкнешься с трудностями. Суха задумался, не касается ли это также теоретических знаний, поэтому Колледж Джаньчжин исследовал методы укрепления тела для тех, чьи способности превышают 300 баллов, вяло произнес Чжан Цан. Обычно эти люди родом из богатых семей элиты, прямо как Фэн в тот раз, когда его тело идеально усвоило укрепляющий препарат, и он повысил силу до 300 баллов, таким образом, когда они попадают в колледж Джаньцзюнь, могут практиковаться исключительно по этому методу. Джан Цан взглянул на Суха и рассмеялся. Ты отличаешься от других, парень. Ты оказался настолько смел, что достиг 300 баллов раньше. Значит, практиковать этот метод ты тоже можешь начать раньше. Глаза Суха загорелись. Учитель хочет обучить меня ему. Мечтай, Джан Цан прищелкнул языком. Ты знаешь, как называется этот курс, курс укрепления тела. Вот именно, курс. Я могу рассказать тебе, что такое метод укрепления тела, но детали – это уже твоя проблема, жутко засмеявшись, ответил Чжан Цан. Сухо отсокнул языком. «Учитель, только не говори мне, что тебе неизвестно об этом методе». Чжан Цан ухмыльнулся. «Не глупи, не будь у меня 400 баллов за силу тела, как бы я смог обучать тебя». 400 баллов данное заявление обескуражило Суха. Он, конечно, предполагал, что Чжан Цан может обладать максимумом, но никак не ожидал, что это так. Что ж, ты можешь, по крайней мере, сказать мне, как овладеть этим методом. Смиренно поинтересовался Суха. Легко хохотнул Чжан Цан. Его продают в школьной лавке, просто купи его себе. Больше Суха ничего не сказал. Укрепляющая сыворотка высшего уровня уже стоила десятки миллионов. А это более мощный укрепляющий метод, насколько дороже он был. К тому же, школа не использовала доллары в качестве валюты. Видя шок суха, Джан Цан продолжил. Любые вещи, которые можно достать за пределами школы или же примочки для колледжа Джан Чжин, ты можешь купить здесь. Но мы используем не наличность, а очки за задание. Когда ты пройдешь базовые курсы, ты узнаешь, что это. Школа сообщит о некоторых заданиях, за которые можно будет получить соответствующие очки. Когда ты накопишь необходимое количество очков, сможешь купить себе метод. Суха кивнул. Это было вполне выполнимо. Однако дополнительно он мог использовать другие методы, чтобы заполучить его. Например, Суха поднял голову и посмотрел на Чжан Цаня. Начинаю анализ модели. В глазах Суха вспыхнул свет. Но когда окружающее пространство почти изменилось, Пайджи Чжан Цан стукнул Суха по голове, прерывая его анализ. «На что это ты уставился, сорванец, ой?» Сухая прошиб холодный пот, его засекли, а ты думал, что сможешь активировать свою способность незаметно, да? Зловеще осклабившись захохотал Джан Цан, Сухая кивнул. «Ваши закулисные методы обманут, разве что, младенца. Если разница в силе огромна, противник почувствует твои врожденные способности. Не говоря уже о тех, кто обладает способностью к выявлению», презрительно произнес Джан Цан будучи школьными преподавателями, каждый год мы обучаем сотни студентов. Неужели ты думаешь, что мы позволяем им испытывать на себе их способности и не умеем их распознавать? Сухо горько улыбнулся. Его впервые поймали на применении врожденных способностей. Тебя это не защитит. Помню, встретил я одну маленькую девочку. У нее была способность видеть насквозь. Черт, она видела мое мощное и сильное тело так, словно я стоял перед ней голышом. Уголок рта суха, едва заметно дернулся, поэтому запомни: не используй врожденные способности против других просто так, пусть даже они едва ощутимы. Некоторые люди в состоянии почувствовать их, использовать их в школе еще ничего, но за ее пределами тебя мгновенно посчитают врагом, сказал Джан Цан, похлопав Сухая по плечу. Юноша удивился: да, что, если бы он заметил, что кто, то использует способности против него, естественно, атаковал бы. А что, если это будет какая-нибудь странная атакующая способность, разве она не убьет его? Сам он до сих пор пренебрегал этой возможностью. Его способностью был анализ моделей. Тем, кто знал об этом, очевидно, было все равно. Даже он не мог отрицать, что у него была возможность быть застигнутым за ее применением. Чинижань, Чинифен и школьный учитель позволяли ему с удобством использовать ее. В конце концов, кто станет беспокоиться о том, кто тратит свою энергию на такую бесполезную способность? Но за пределами школы все было совсем иначе. Подзатыльник Джан Цаня вернул ему ясность мысли. Быть осторожным. Он вспомнил слова учителя Яня, которые он когда-то сказал им. «Мои дорогие студенты, когда придет время учиться, учитесь усердно. Когда вы выйдете во взрослую жизнь, поразитесь, насколько мир вокруг пугающий и безумный». Суха был уверен, что для достижения 400 баллов Джан Цан воспользовался методом укрепления тела. Как жаль, что он не может заполучить его и все, что остается, это смотреть на приз перед ним. Способности твоего тела отличаются от остальных. Это еще одна причина для поступления на курс, спокойно сказал Джан Цан. Ты никогда не использовал укрепляющие сыворотки среднего и высшего уровней. В теории, как только твой счет перевалит за 300 баллов, даже, если ты выпьешь укрепляющую сыворотку, ее эффект будет минимальным. Однако есть одно исключение, сыворотка с черного рынка. Глаза сухо заблестели, да, одна бутылочка начального уровня приблизит его к 300 баллам. Что же будет, если выпить сыворотку среднего или высшего уровня? Особенно не думая об этом, Джан Цан посмотрел на него если твоя сила превысит 300 баллов, эффект даже от препарата с черного рынка будет небольшим. Единственное, в чем он может помочь, это вызвать побочный эффект, который усовершенствует твое тело. Если раздобудешь его, можешь попробовать, но я не советую тебе выбирать этот путь, слишком рискованно. Хорошо, кивнул Суха. Разузнав некоторую информацию об укреплении тела, он с горечью покинул класс не в силах преодолеть препятствие в виде Чжан Цаня, ему ничего не оставалось, кроме как найти другой способ заполучить укрепляющий метод. Первый день в классе естественного отбора прошел. Одного урока по укреплению тела хватило, чтобы он понял, как действовать дальше. Чжан Цан предложил ему два пути. Первый безопасный и устойчивый. Тренируя укрепляющий метод и медленно улучшая свое тело, он не спеша увеличит свою силу с 300 до 400 баллов. Второй путь более экстремальный, подразумевает использование укрепляющих сывороток среднего и высшего уровня с черного рынка, которые позволят ему совершить скачок и достичь совершенства. Возможно, он сможет получить даже те 100 баллов. В любом случае, какой бы путь он ни выбрал, вложения потребуются огромные. Что же выбрать? Сухо ненадолго задумался. Наконец, решение было принято. Ровный или рискованный путь? Нет. Теперь Суха раздумывал над тем выбрать один путь или сразу оба. Его проблемы были налицо. Несмотря на первое место в ранге и внушительные 1200 очков, он хорошо понимал, что его усовершенствование достигло предела. Получить дополнительные баллы, полагаясь только на врожденные способности Е-класса, невозможно. Таким образом, какой бы шанс ему не выпал, он не должен его упустить. Сперва я использую укрепляющий метод для увеличения силы с 300 до 400 баллов. Затем я воспользуюсь побочным эффектом укрепляющей сыворотки с черного рынка, чтобы получить дополнительные очки, которые зачтутся моим врожденным способностям. Суха ненадолго задумался, затем он закончил анализ того, какой путь избрать. Пока у него есть возможность выбрать оба пути, он может улучшить свой счет на 200 баллов. Теперь он был на один шаг ближе к вступительному экзамену в колледж, узнать Джанца на планах Суха, посчитал бы его ненормальным. Не говоря уж о рисках, укрепляющий метод и сыворотка для увеличения силы сто или баснословных денег, даже если метод можно купить в школе, сколько лет пройдет прежде чем он сможет позволить себе это, не говоря уж о том, что прежде всего стоило приобрести примочки для улучшения врожденных способностей. Кто станет покупать укрепляющий метод, если его можно бесплатно достать после поступления в Чжаньчжин? Я смогу. Суха взглянул на постепенно темнеющее небо. Иногда мне и самому хотелось бы знать, как далеко я могу зайти. Глава 46. Глава 46. Еще более смелый и безрассудный наставник на следующий день рано утром Суха получил сообщение о курсах. На этот раз его ждал урок по оценке врожденных способностей. Оценка способностей? У Суха разболелась голова. Интересно, если он скажет, что не хочет идти туда, поверят ли ему люди? Согласно официальному рейтингу Ассоциации врожденных способностей, анализ моделей относился к способностям Е-класса. Пока Суха не докажет Ассоциации, что его анализ моделей не менее полезен, ни бесконечные сложные операции, ни огромные энергозатраты не изменит ее мнение о нем. Перерегистрировать мои новые способности? Суха задумался над этим. В конце концов, его врожденные способности претерпели мутацию. Но если он сделает это, на свет может выплыть инцидент с убийством загадочного незнакомца. Кроме того, узнай другие студенты о его новых способностях, не станут спускать с него глаз, и когда он захочет усовершенствовать их, сделать это будет сложно. Короче говоря, перерегистрировать их ему абсолютно точно не следует. Покачав головой, сухо выбросил оттуда эту идею. Причина, по которой он продолжал совершенствоваться, отличалась от простого желания быть сильным, чтобы защитить свою семью. В конце концов, какой прок будет от его силы, если из-за его семья окажется в опасности? Аудитория 120 сухо вошел в аудиторию. В отличие от напоминающей клинику аудитории Чжан Цаня, это выглядело почти нормально и было уставлено различным оборудованием для тестирования. И суха послышался мягкий голос суха посмотрел вперед и увидел идущую к нему женщину в красном платье. Одно удовольствие было смотреть на глубокий выобразный вырез на ее груди и ее белоснежную кожу. На плечи женщины спадали слегка вьющиеся каштановые волосы. Красное платье лишь наполовину прикрывало бедра, открывая взор устроенные ножки в красивых красных туфлях на высоком каблуке. Суха втянул в себя воздух. Если Чини Жань ассоциировалась с благородным лотосом, то эта женщина, без сомнения, была цветущей ялой розой. Какая секусальность, какая привлекательность, все ее тело так и излучало соблазн. И это инструктор по оценке врожденных способностей, Суха заставил себя успокоиться. Приветствую, учитель. Я Суха, и я здесь, чтобы попрактиковать врожденные способности. Хорошо, присаживайся. Можешь звать меня Сувань. Сувань отбросила назад свои длинные мягкие волосы и грациозно села перед Суха. Обтягивающие красное платье сделала свое дело, показав ему все прелести ее фигуры. Тынк. Злобный огонек в сердце Суха перешел в ярость. Вот ублюдки. Не слишком ли это для юноши, который только что вышел из пубертатного периода, чувствуя, что младший братец в его промежности вот-вот встанет и отсалютует, Суха грязно выругался про себя. Эта женщина была почти идеальна и соблазнительна, если бы его сердце не принадлежало Чени Жань, он бы надолго утратил контроль над собой. Когда его ярость немного поутихла, Суха поднял голову. Это легкая приятная улыбка. Это едва заметное движение ее алых губ, эти безупречные скрещенные ножки и аромат трав, долетевший до него, когда она чуть подалась вперед, чувствуя, что вот-вот снова утратит контроль над собой. Суха естественно стиснул ноги, двусмысленно улыбнувшись, сувань опустила руку ему на плечо и стала медленно опускаться ниже. Шух, суха выставил руку и схватил сувань за запястье. Когда его опущенная голова слегка приподнялась, в его глазах мелькнула тень смущения, бросок через плечо. Пэнк. В этот момент суха не волновала, женщина она или нет, он просто развернулся и выполнил идеальный бросок. Как только она упала на пол, он тут же припечатал ее к земле своими коленями. Его правый локоть уперся в ее ключицу. Кто ты? Где учитель? В глазах женщины мелькнуло недоумение, быстро сменившееся иронией. Шух. Суха внезапно ощутил под собой пустоту. Прижатая им женщина исчезла. Встав, Суха быстро обернулся. К его удивлению, Сувань снова появилась. «Здравствуй, я Сувань, преподаватель оценки врожденных способностей». Она приветливо улыбнулась, протянув ему правую руку. Суха пожал ее. Сейчас он пребывал в замешательстве. Как можно вести себя так по-разному? Минуту назад играть в соблазнительницу, а теперь превратиться в ледышку. Учитель только что начал Суха, только что, что она томно улыбнулась ему. Таким образом вы проверяете своих студентов? Осторожно поинтересовался Суха. Сувань закатила глаза. Ты хочешь знать, милый мальчик, позволяю ли я каждому студенту, приходящему в мой класс, уложить себя на лопатки? Конечно же нет. Суха страшно вспотел. А? Сувань приглушенно засмеялась. Только ты удостоился такой чести. До тебя сюда приходила Чинижань у нее хороший талант, и характеристики неплохие. Она понравилась мне, и я решила взять ее в ученицы. Сухо оторопел. Статусы ученика и студента кардинально отличались друг от друга. За обучение студентов ответственность несли учителя и школа, но брать кого-то в ученики преподаватели могли по своей собственной инициативе, и это было совсем не одно и то же. Будучи избранной в ученице инструктором класса естественного отбора, Чинижаню достоилась огромной чести. Только через чуруш властной была эта наставница, ее недавняя выходка была направлена на соблазнение. Не контролируя он себя, Кубарем скатился бы вниз, угодив в ловушку этой женщины. Суха со смущением подумала о будущей встрече с Чинижань. От мысли об этом выражение лица Суха ожесточилось. «Что ж, неплохо. В целом, ты довольно способный», Сувань посмотрела на него и удовлетворенно кивнула. Кроме того, люди по фамилии Су встречаются довольно редко. Сотни лет назад мы были одной семьей. Быстрый ответ, сильный контроль, ты реально подходишь и Жанне. Разве что, твои приемы слишком уж агрессивны. Сувань потерла покрасневшие запястья. Стало ясно, она не ожидала, что бросок суха будет настолько сильным. Юноше было лень обращать на нее внимание. Ну и что, что она учитель, Сегодня он пришел на урок по оценке врожденных способностей, так что ему не было дела ни до чего, за исключением самих способностей, культивирования и им подобным. Что касалось его собственных способностей, то он вполне осознавал их потенциал. Это был абсолютно безнадежный случай. Он сказал бы даже, что в классе естественного отбора он единственный обладатель врожденных способностей Е-класса. Более того, из-за недавнего инцидента он произвел на учителя плохое впечатление. Если бы не входящие в школьную программу соревнования, он бы вообще не пошел на этот урок. Сейчас ему больше всего хотелось уйти отсюда. Ты еще молод, и твое самообладание огромно, засмеялась Сувань. Ладно, в следующий раз у нас будет настоящий урок по оценке врожденных способностей. У тебя какие? Класс Е-анализ моделей, ответил Суха. Ага, Сувань сверилась с информацией на экране. 400 баллов по оценке врожденных способностей с усовершенствованным методом культивирования в 200 баллов. На твой талант к способностям приходится лишь 200 очков. Но для обладателя Е-класса, ты упорно поработал. Сухо ослушал ее с серьезным видом. Есть два способа повысить показатель врожденных способностей. Первый – метод культивирования врожденных способностей достижение энергетического предела и быстрое восстановление. Второй способ улучшения врожденных способностей, иными словами, увеличение их силы. Только совместив два этих способа можно достичь максимального усовершенствования, но твой случай исключение исправил. По правде сказать, через меня прошло уже так много студентов, но я никогда не встречала среди них обладателя Е-класса. Единственным студентом с низкими показателями был Сунь Яхуи из прошлого отбора. Однако у этого парня был выдающийся талант к фармацевтике. Очень скрытная способность, никто не в силах был понять ее. А вот, что до анализа моделей можешь кратко рассказать о нем. Хорошо, кивнул Суха. Анализ моделей – это анализирование чего-либо и последующее воспроизведение его модели. Сувань дотронулась до своего лба. Нет, не так. Об этом сказано в результатах твоего экзамена. У меня уже есть эта информация. Я хочу знать, в каких ситуациях ты обычно используешь эту способность. Суха пожал плечами. Я просто могу создавать 3D-модели в своей голове. Так, погоди, Сувань что-то нажала на экране. Вскоре на нем появилась информация о пробном экзамене Суха. Это школьная база по вступительным экзаменам. У меня нет к ней доступа, но пробный экзамен я видеть могу. Виртуальный экран увеличился, и на нем появилась запись с пробного экзамена Суха. На ней Суха был занят уплотнением, светящейся голубоватым светом модели. Понаблюдав за ним минутку, Сувань начала понимать, так вот в чем дело. Несколько раз мне доводилось видеть анализ моделей в действии. Но ее обладатели обычно находились на низшем уровне развития и не обладали достаточной квалификацией даже для поступления в университет задумчиво произнесла Сувань и собралась было закрыть видео, но в этот момент на экране в руках Сухая возникла идеальная модель. Она разительно отличалась от обычной модели, подсвеченной голубым светом, и выглядела как настоящий предмет. Это же Сувань затрепетала от ужаса, глава 47. Глава 47. Неподвижная цель. Неудивительно, что с таким талантом Е-класса ты достиг 200 баллов. Судя по уровню анализа моделей, боюсь, ты уже достиг пика. Ассоциация врожденных способностей оценивала не только текущие способности, но и их потенциал. Странно, что имея врожденные способности Е-класса, Сухо никогда не задумывался об их усовершенствовании. Как аккуратно улучшить его способности и повысить показатель, Должно быть, он думал, что дошел в своих способностях до пика. Для усовершенствования не было больше ни пространства, ни потенциала. Суха вспомнил, что в первый раз, когда он активировал свои врожденные способности, заработал всего 20 очков. В то время его так называемый анализ моделей сводился к построению простых линий. Впоследствии, благодаря сумасшедшим тренировкам, Суха удалось повысить показатель до 100 баллов. Но на этом все. После того года, как бы сильно он ни старался, его способности никак не прогрессировали. Суха отлично понимал, что его врожденные способности, скорее всего, достигли стагнации и больше не давали даже намека на улучшение. Вот почему Суха осознательно не совершенствовал показатели. На экзамене достичь такого счета ему помогло жульничество. Дополнительные 100 баллов в сумме принесли ему те самые 200 очков. Для способностей Е-класса это уже был блестящий результат. Хотя анализ моделей не обладает боеспособностью, это все равно так красиво, — восхитилась Сувань. Сухая промолчал. И что же ее так удивило? Позже Сувань не могла оторвать взгляда ни от созданной от травы Лин, ни от травяного сада, обладавшего высокой степенью сложности. Когда видео закончилось, Сувань попросила Суха: теперь покажи все это мне. Как показать, осведомился юноша. Сувань подвела Суха к какому-то устройству. Как только она активировала его, окружающий пейзаж изменился. Появился прекрасный пляж, похожий на тот, где он проходил пробный экзамен. За тем исключением, что теперь рядом с ним была Сувань. Это виртуальный 3D-проектор класса естественного отбора. Погоди-ка. Сувань кинулась в противоположный угол и нажала на кнопку. В голове Сухая послышалась. «Экзаменационная система запрашивает соединение. Подтвердить?» «Подтвердить». Сухая установил соединение. «Отлично, теперь построй модель», сказала Сувань. Сухая опешил. «Задействовать столько профессиональных устройств и все ради того, чтобы он мог продемонстрировать ей модели? Исключительно ради того, чтобы посмотреть на что он способен?» Сухая сильно сомневался в этом. В его сердце зародилось уже знакомое сомнение, действительно ли его учитель, выпускница колледжа Чжаньчжин? Только не говорите, что директор школы потратил 200 звездных долларов, чтобы нанять случайного препода. Но раз наставница уже попросила его сделать это, значит все, что ему оставалось, это подчиниться. Начинаю анализ моделей. В руках Суха вспыхнул свет, но ничего не появилось. Его способности блокировали. Суха задумался почему бы не воспользоваться возможностью заставить Сувань снять блок, а затем разыграть какие-нибудь новые карты. Это была блестящая возможность. Учитель, мои способности заблокированы. Безнадежно воскликнул Суха. Ох, правда? Сувань кивнула. Затем она ослабила свои защитные чары. В голове Суха тут же активизировались его собственные способности. Начинаю анализ моделей. Шух. Модель Суха начала медленно обретать форму. В руках юноши появилась прекрасная женщина и неспешно закружилась, сопровождаемая вспышками света. Наблюдать за ней было одно удовольствие. «Какая красота!» – завороженно произнесла Сувань. Как любая женщина, она не могла оставаться равнодушной к прекрасному. Суха почти приготовился проанализировать способности Сувани, как вдруг из модели Сувань полился поток света. Его сердце ускорилось, и Сухая пришлось остановить свои способности. К счастью, Сувань была занята тем, что восхищалась моделью и не заметила изменений в лице Суха. Черт, как ты можешь игнорировать это? Если сейчас он попробует создать что-нибудь, любые, даже самые незначительные изменения модели не ускользнут от внимания Сувани. Если он станет анализировать ее способности, его способности просто не выдержат. Может, попытаться построить устойчивую модель? В момент, когда Суха решил сделать это, его энергия стала утекать, словно водопад. Он остановился в ту же секунду, расход энергии был слишком большим. Исходя из своего нынешнего состояния, пока он не мог себе этого позволить, Сувань долго изучала модель и наконец открыла рот. Твои способности не так плохи, теперь можешь деактивировать их. Хорошо. Суха рассеял модель. Окружающие их устройства выключились, и они оба вернулись обратно в аудиторию. Суха воспользовался возможностью создать модель Сувань и проанализировать ее способности, но тщетно, она снова включила защиту. Суха оставалось лишь грустно улыбнуться. Ладно, теперь я окончательно разобралась в твоих способностях, спокойно произнесла Сувань. Буду откровенна, твои способности абсолютно бесполезны в бою и выживании. Да, я знаю, кивнул Суха. Однако это красиво, и ты можешь проектировать городские здания или предметы деятельности. Тем не менее драться и выжить, особенно в дикой местности, ты не сможешь. Сувань явно не лезла за словом в карман. Суха смущенно улыбнулся. Понимаю. Если действительно понимаешь, то ладно, кивнула Сувань. Обычно врожденный талант оценивается по боеспособности и выживанию, но ты совсем другое дело. По правде говоря, твои способности должны находиться на низшем уровне в класса Почему? Засомневался Суха. Это ты позволь спросить, что такое врожденная способность? Спросила Сувань, взглянув на него. Комплексная оценка общей производительности? Неверно, крупный крестик, продолжила Сувань. Врожденные способности не отражают твою производительность. Думаешь, у ассоциации так много времени, чтобы разбираться с каждой оценкой? Почему бы просто не использовать комплексную оценку при поступлении в колледж? Почему для врожденных способностей все еще есть стандарт? не знаю, растерялся Суха. Позволь, я расскажу тебе. Врожденные способности показывают не только счет. Это устойчивый стандарт, по которому оценивают навыки борьбы и выживания, сказала Сувань. Врожденные способности ясно демонстрируют, силен человек или слаб. Суха нахмурился. Но в школе, по-прежнему, много студентов с пятибальными способностями, которые побеждают студентов с шестибальными. И таких классов очень много. Даже когда у меня было 6,8 баллов, я опережал Сунья Атаня. Правда? Сувань больше не спрашивала об этом и задала собственный вопрос. Это приводит нас к новому вопросу: а что такое боеспособность? Просто умение драться. Естественно, это умение вести бой разве нет? раздраженно поинтересовался Суха. Неожиданно беседа перетекла в физиологическую дискуссию. Ты все еще не понимаешь, покачала головой Сувань. Боеспособность включает в себя множество аспектов, не только борьбу. Позволь рассказать тебе историю. Был у меня выпускник. Врожденные способности у него были высокими, а боевые навыки низкими. Всякий раз он проигрывал в соревнованиях другим студентам, все потому, что его способность была на редкость токсична. И несмотря на талант в класса, в бой он был бесполезен. Сухо внимательно слушал. Над ним смеялись, а ценой школы был колледж Джанчжин все знали, он – пустая трата времени с высокими врожденными способностями, вплоть до той миссии, на которой случилось такое, что ты и вообразить не можешь, наплыв бешеных тварей, Суха знал об этом не понаслышке, твари то низшего уровня уже страшно, а бешеные, в тот момент все участники миссии могли расстаться с жизнью, и он начал действовать, встав перед студентами, он создал барьер и окружил их. Все бешеные твари в радиусе 10 метров утратили способность дышать. Спустя мгновение, все присутствующие поняли, что способности этого юноши безграничны. Это, на первый взгляд, бесполезная способность, при столкновении с бешеной тварью, стала сильным оружием. С энтузиазмом вещала Сувань. Определенно, стандарт врожденных способностей существует не просто так. Кто-то может усовершенствовать свои боевые навыки, кто-то другие аспекты для того, чьи способности огромны, а силы ограничены, тебе стоит быть аккуратнее с такими людьми, кто знает, как раскроются их способности. Сухо задрожал, да, при встрече с таким человеком стоит быть аккуратнее, верно? Это же эра врожденных способностей. Пара оброненных сувань слов мигом отрезвила его. Слишком уж многим вещам он хотел научиться. Глава 48. Божественный создатель моделей глава 0048 вызов от второгодников теперь ты понимаешь, понимаю, это хорошо, результативность происхождения не просто цифра, ты скоро все узнаешь. Сувань сменила тему на индекс способности Суха с этими двумя аспектами индекса способности, твои способности достигли предела 200 пунктов. Единственная возможность, чтобы повысить индекс умения заключается в выращивании. Поэтому, если ты желаешь улучшить способности, необходимо повышать предел и скорость восстановления. Однако, поскольку ты уже освоил передовой метод выращивания, ты будешь требовать более высокий способ выращивания, чтобы двигаться дальше. Сувань загадочно улыбнулся. Но ты не сможешь купить это в обычном магазине. Лицо сухо оскривилось. Снова придется что-то покупать? О, так ты все знаешь. Кажется, что уже перешел в другой класс. Сувань взволнованно спросила, какой класс ты посещал? Класс с учителя Джанцена. Пифиф. Затем Сувань продолжила, он видел твои 190 баллов и ему нечего было сказать, он сказал кое-что. Суха почесал затылок, он сказал, что его забавные друзья называют его мыслящим или супермозгом. Сувань мгновенно рассмеялась, а ее лицо покраснело. Я веселый студент, о котором он говорил. Суха. Хорошо, вонючие отродья вставай сейчас же!» Сувань отрывисто сказал, «Еле бы не Жань, я бы давно тебя послала». Хотя ее слова вежливыми не были, она продолжала говорить сухо. «При нормальных обстоятельствах все это лишь дополнение. Прорыв твоих способностей находится в центре внимания руководства. Но, поскольку твои способности достигли предела, я не имею права дальше направлять тебя». Если хочешь улучшить показатель способностей, делай больше заданий, накапливай баллы и производи обмен в магазинчике. Ах, спасибо, учитель суха кивнул и выбежал из класса. Он не получил никаких конкретных указаний, но в этом классе суха получил хороший урожай. Возможно, это было связано с образом, чей не жанили чувством вины учителя в том, что не смог научить его чем-нибудь. В особенности способности, касающиеся происхождения, заставили Суха пробудиться. С тех пор, как Ассоциация сделала стандарт для каждого таланта, очевидно, что не была разработана качественная и стандартизированная система мир. Класса был сильнее, класса. К сожалению, все второгодники превосходили его в возможностях. Это было так несправедливо. Суха беспомощно качал головой, когда шел обратно. Сейчас на территории кампуса каждый был занят посещением занятий. Иногда можно было видеть, как они выходят из кабинетов с волнением. Кажется, что один на один руководство действительно полезно. В общей сложности здесь было четыре базовых учебных класса. Суха посещал два из них, и каждый раз он извлекал пользу от уроков. Самое интересное было то, что Суха чувствовал, что больше всего извлекает из личного опыта преподавателей. Например, экранирование и соотношение боеспособности к реальным возможностям. Это была очень ценная информация. Есть еще два учебных класса. Я не должен их упустить, думал про себя в тайне Суха. После ужина в кафе Суха был готов вернуться в комнату. Однако по дороге в комнату его остановили. Это был второгодник. Больше всего его удивила причина, по которой его остановили. Что ты сказал? Суха подумал, что ослышался. Джафин улыбнулся. Задание, которое я получил, заключалось в пересмотре первого места. Только теперь я знаю, что за тобой первое место. Раз я вчера представился, не вижу смысла делать это снова. Суха. Неужели он сам стал объектом задач? Я же не обязан сотрудничать, верно? Суха пожал плечами, показывая полное отрешение. Джафин кивнул. Конечно, не обязаны. Однако, через месяц второгодники и новые студенты примут участие в битве чести. А сейчас, не решаясь принять вызов от второгодника, ваша репутация сильно пострадает. Суха рассмеялся. Мне все равно. Джафен не ожидал такого сюрприза. Это неправильно вчера, когда он встретил Суха. Было ясно, что он лидер в группе. Плюсом ко всему, будучи на лидирующей позиции с таким характером, он не заботится о своей репутации. Вот сопляк. В общем, на первом месте должны быть такие ученики, как Чинифен, взлетающие на пути к вершине. Это было понятно после первого же экзамена. С такой репутацией он будет лидером в глазах новых учеников. Он представлял, что Суха на самом деле подонок, которому все равно на репутацию. В это время Суха развернулся и пошел прочь. Задачи других людей это не то, о чем он должен беспокоиться. В конце концов, он не хотел, чтобы его ругали. И Джафен заметил уход Суха, вы не заинтересованы в задании? Суха остановился, что вы имеете в виду? Каждый год в это самое время второгодники использовали возможность, чтобы бросить вызов успевающим студентам. В зависимости от того, кому удастся раздобыть первое задание, получит баллы. Проигравший также получит соответствующие задания в соответствии с соглашением. Ау, глаза сухо загорелись, что насчет удара по моральному состоянию новых студентов через месяц. Кого волнует это дерьмо? Студенты, проходящие вступительные экзамены, не должны чувствовать никакого позора. Сколько стоит ваша способность в прохождении заданий? Вдруг спросил Суха. Джафин был удивлен вопросом. Сначала он решил сохранить это в тайне, но увидев, что Суха готов уйти, ему не оставалось никакого выхода. 13. 13 баллов ровно на одни балл опережая Суха. Неудивительно, что он был настолько уверен достигая серьезных вершин, будет все труднее и труднее повышать способности. Чем выше у тебя балл, тем более подавлен противник. И, честно говоря, это был не просто один балл. Способность Суха заключалась в аналитической модели. В противоречии от того, что ее не используют. Если не брать в расчет показатель способности, то на его счету около 8 очков. По сравнению с предыдущей партией студентов, второгодники были очень рады его видеть. Джаофэн, безусловно, был одним из них. В прошлом году при поступлении в класс естествознания у него на счету было 9 баллов. Сейчас, спустя год усердной работы, он достиг уровня 13 баллов. Тем не менее, он все еще не мог достичь нужного количества для колледжа Чжаньчжин. Однако и на это нужно иметь мужество. Он был убежден, что не накопил достаточно очков по заданию он терпеливо накапливал очки, чтобы их обменять и улучшить свои способности. Таким образом, новички-студенты никогда не смогут понять страстного желания второгодников заработать очки на задание. Когда были объявлены результаты суха, второгодники уже провели свои исследования. Поэтому, когда задание вышло, все захотели заполучить эту возможность. Естественно, Джафин желала получить его первым. Действительно 13 очков? Суха на секунду задумался. Если бы парень осмелился упомянуть 15 очков, Суха отвернулся без сомнения. Но 13 очков, по его словам, ему нечего терять. Хорошо, я согласен. Суха кивнул. Джафен был в восторге. Пойдем, пойдем в тренировочный дом. Обе фигуры направились в дом для тренировок. Для этих второгодников, что испытывают новичков, не было страшно потерять уважение. Ведь такое понятие, как честь, уже давно было выброшено и забыто. К тому моменту... Когда Суха согласился на задание, почти все учащиеся знали об этом. Второгодник Джаафин вызвал Суха на дуэль: В жарком бою ожидается много действий. Битва за честь. Хотите заказать видео поединка? Лишь один балл, и вы сможете насладиться видео высокой четкости на виртуальном экране. Ноутбук был отправлен в сервисный центр почти на неделю. После улаживания проблем я наконец-то вернулся. Глава 49 Божественный создатель моделей глава 0049 виртуальная реальность суха. Что за эти ребятки, что только не придумают лишь бы получить баллы. Любой мог просто прийти в дом для тренировок и посмотреть бой воочию. Они издеваются над новенькими что ли? Некоторые ученики уже дошли до заданий в доме тренировок, поэтому сейчас спарринг задания бронируются, они длятся около часа и совпадали с дуэлью суха. Суха был уверен, что никто из студентов не упустит возможности посмотреть на эту дуэль, ведь это был самый первый спарринг между новичком и второгодником. Каждый хотел увидеть точный уровень боевой силы второгодников. Кроме того, каждый чувствовал, что уступает Суха. Он был темной лошадкой, и никто точно не знал размера его силы. Перед ними открылась возможность увидеть, на что способен Суха. Если Суха проиграет второгоднику, будет чудесно. В особенности для второгодников. Прекрасный расчет. Суха, очевидно, что у этих ребят был план. Суха уже был на пути в спарринг-зал, как вдруг остановился. Ты все рассчитали, не так ли? Вы подговорили того парня, который нашел меня и уговорил на прохождение задания. Вы заключили с ним договор, чтобы поделить баллы, не так ли? Джафен начал отшучиваться, что ты имеешь в виду. Суха нажал на коммуникационное устройство на запястье и сделал виртуальное сообщение на экране. Информация замелькала в верхней части экрана. Второгодник Джафин проведет бой против лучшего ученика Суха. В следующий раз, когда решитесь на такое, исключите мое имя, ответил Суха с легкой улыбкой. Рот Джафин слегка дернулся. Идиот, ты послал такое сообщение, за что? Итак, итак. Суха произнес я. Внезапно почувствовал, что у меня нет желания принимать участие в дуэли. Джаафын мгновенно остолбенел: Брат, не говори, что ты играешь в такую игру. Ах, погода сегодня хорошая! Суха потянулся всем телом. В этой части кампуса я еще не был. Эта школа действительно огромная, закончив фразу, Суха, неторопливо обернулся. Джафы запаниковал. Брат, не создавай проблемы. Если тебе есть что сказать, скажи напрямую сухо улыбнулся. Как насчет того, чтобы взять на себя инициативу за проигрыш? Джафин был ошеломлен, но в следующую секунду он решительно ответил. Категорически нет. Что же он здесь делал? Было очевидно, что он решает свою задачу. Так называемые видеоочки являлись способом дополнительного дохода. Главная цель – само задание и вселение уверенности в новичков. Естественно, второгодники были осведомлены об этом. Конечно, важным составляющим были видеоочки, и Суха не собирался отступать. Ау, ну раз так, Суха на секунду задумался. Отказ Джая был предсказуемым. Его главным мотивом было не это, видеоочки. Я хочу 50%. Джаяфен. Безжалостный. Изначально он согласился получить 90 прибыли. Если Суха хочет получить 50%, то он получит лишь 40%. Джаяфен на мгновение задумался. О. Ну раз так, то прощай. Суха развернулся и зашагал прочь. Уходя, он не переставал бубнить. Мне интересно, что будет, когда новички поймут, что полученные сообщения обманы от них хотят получить баллы и только. Бизнесмены сегодняшнего дня да уж. На некоторое время он замолчал. Все уже готовы к предстоящему бою, а новичку уже сидят у экранов и ждут начала битвы. Что же будет, когда не произойдет желаемого? После всего у людей останется плохое впечатление об этом событии. Суха, который находился в нескольких шагах, услышал слабый голос. «Хорошо, тогда я согласен». Суха рассмеялся. «Вот это мудрое решение». Сказав эти слова, Суха взял Джафин за плечо. «Пойдем, Джа. Нас ждет дуэль. Во славу новых студентов я не оставлю тебе ни единого шанса, Джафин». Внезапно он понял, почему в свое время, в третьем классе, он не смог достичь вершины иногда будут слабым, он сталкивался с настоящими талантами. Так называемый дом для тренировок или спаррингов являлся местом, специально разработанным для студентов. В учебном районе было создано около 200 виртуальных реальностей. Здесь было не только место, где проходили дуэли, но и место для борьбы за честь. Виртуальная реальность. С помощью способности к происхождению энергии могут быть созданы виртуальные сцены. С помощью оборудования, что есть в этом месте, все пользователи могут иметь возможность создать для себя противника с определенной скоростью и реакцией. Это были новые технологии. К сожалению, легендарные виртуальные драки не могли стать реальностью. Можно забыть об очень дорогом оборудовании. Более важным здесь является проблема потенциала. Ограниченные сервера. Каждая единица виртуальной реальности требовала огромного хранилища на сервере. Даже несмотря на серьезную и внушительную поддержку со стороны спонсоров, удалось подготовить лишь 200 единиц. Хотите играть в онлайн игры с миллиардом людей одновременно? Это лишь фантазии. К счастью, ресурсы, которые имелись в наличии, устраивали учеников. Все они сражались здесь и могли не беспокоиться по поводу жизни и смерти. Если в виртуальной реальности вы погибнете, это не отражается на ваше реальное состояние отдохнув несколько дней, вы сможете полностью восстановиться. Система образования в естественном классе отличалась от обычного класса. В обычном классе поединки походили в дружеском ключе. Любые незначительные травмы или увечья прощались, но если ученики были тяжело ранены или мертвы, все это влекло за собой увольнение. Что касается поединков в естественном классе дуэль не заканчивалась, пока кто-то не умрет. Причина была в том, что их готовили к будущему. За пределами кампуса им просто придется столкнуться с дикими зверями. Они не должны быть мягкими и добрыми, напротив, их готовили к суровому выживанию в диких условиях. Это все и послужило поводом для создания виртуальных поединков. Если бы все это действо несло дружеский подтекст, толку не было бы вообще. Суха и Джаффен приступили к спарринг-заданию. Они вошли в небольшое помещение, окруженное со всех сторон стенами из стекла и сели за оборудование белого цвета. Как появились четыре мягких белых ремня и зафиксировали их руки-ноги на оборудовании. Потом сверху появился виртуальный экран. Дзинь. Процесс с виртуализацией завершен. Обнаружен первый вход в здание проверка ДНК, проверка личной информации, построение виртуального персонажа, построение завершено. Хуа. Окружающий пейзаж изменился. Суха вошел в виртуальный мир. Касаясь своего собственного тела, ощущения были такими же, как и в реальности. Моделирование было очень высокого качества. Пожалуйста, выберите режим дуэли. На экране появились многочисленные варианты. Суха выбрал режим дуэли. С другой стороны, Джафин был полностью готов. Суха выбрал вариант, декорации изменились, и они оба оказались на вершине замка. Все в замке было словно настоящим. Виртуальная сцена. Замок с привидениями. Количество участников. Два человека. Имена участников. Джафин, Суха. Условия. Смерть врага. Все это время люди смотрели на это с помощью коммуникационных устройств. Глядя, словно на сцену из боевика, все ожидали, кто же одержит победу. На таймере 3 секунды до начала дуэли. Глава 50. Божественный создатель моделей глава 0050 новое воплощение способностей. В замке европейского типа было много внутреннего пространства. Их окружали комнаты, а место, где они стояли, идеально подходило для дуэли. Когда закончился обратный отсчет, Суха не двинулся с места. Вместо этого он внимательно посмотрел на Джаафы. «Начинай, вжух, была создана модель Джаафын. Появились многочисленные карты, парящие вокруг его тела. Суха посмотрел на него. Он увидел две карты, которые он очень хорошо знал. Одна с базовой техникой боя, другая с полицией и военной техникой. Помимо этих, были другие карты. Способность к выращиванию и новая техника по способности перемещения. Методы выращивания был им полностью освоен, а вот техника перемещения была на начальном уровне. Техника перемещения, разве это метод, используемый, чтобы повысить способность к выращиванию? Суха был приятно удивлен. Похоже, Джафен не бездействовал в этом году. Он научился многим хорошим вещам. Модель карты установить. Выбор карты завершен. Техника перемещения начального уровня. Анализ модели. Анализ не удался. Модель карты установить не удалось. Провал. Суха был в шоке. Он завершил модель персонажа, но потерпел неудачу в создании модели карты. Это было очень неприятно. Суха наконец начал понимать, почему не удался анализ модели. Создание модели карты не собирает сейчас никаких данных, потому что они находились в виртуальной боевой комнате. Здесь прекрасно можно управлять персонажем, несмотря на то, что он отделен от нервной системы в организме человека. Невозможно было проанализировать информацию. Если он хочет сделать модель карты, то ее можно сделать лишь глядя на реальный человеческий организм. Невозможно установить модель карты, лишь взглянув на способности. Суха пробежался глазами по картам Джафин. Он увидел серую карту, которая привлекла его внимание. Это была врожденная способность Джафин – проникновение. Проникновение? Суха быстро вспомнил информацию из учебника. Это было именно то, о чем он подумал. Возможность проникать куда угодно, игнорируя любую защиту. Но эта способность была возможна только в классе. Гонг, видя, что Суха не сделал свой ход, Джаофын решил взять инициативу в свои руки. Глаза Суха сверкнули, и он бросился в сторону. В следующий момент Джаофын направился по горячим следам Суха, который с легкостью уклонялся от всех атак. Прямой конфронтации пока не было. Бесчисленное количество раз, когда Джаофэн удалось поймать Суха, тот быстро вырывался. Суха имел преимущество в физической и боевой технике, поэтому поймать его врасплох было трудной задачей. Однако студенты-новички находились в недоумении, почему Суха не переходит в наступление. С его 300 баллами за физическую культуру, 310 баллами за боевую технику, он может с легкостью одержать победу над Джафин. Но реальность такова, что перед ними сцена, которая разыгрывается перед ними. В отличие от новичков, второгодникам было предельно ясно, почему Суха продолжает избегать прямой конфронтации. Выдержка ⁇ идеальная выдержка. Джафен не был глупым, он понимал, что Суха является лидером не просто из-за везения. Каждый год все новые и новые студенты желали сразиться с Суха. Именно поэтому почти каждый такой вызов заканчивался поражением новичка. Иджа бросил ему вызов, так как определил, что главное преимущество Суха заключается в его техниках боя. Преимущество Суха, без сомнения, крылось в его боевых навыках, и его преимуществом была врожденная способность, которая сдерживала все боевые приемы. А благодаря способности Джафин проникать сквозь любую защиту, Суха можно было считать побежденным. Второгодники только не могли понять, как Суха узнал об этом. Ну, конечно же, в замке призрака. Суха вновь сбежал, однако он понимал, что не сможет делать этого вечно. Любое нападение на него со стороны Джа нанесет ему серьезный вред. Для того, чтобы победить Фэн они должны оказаться в условиях, при которых контратаковать было бы невозможно. Но нынешняя ситуация была такова, что оказаться в такой ситуации крайне сложно, так как они находились в виртуальном мире, силы у них всегда были на высоте. В очередной момент. Когда Джафын атаковал, Суха внезапно кое-что придумал. Он понял, как можно использовать свои силы. Сцена вокруг него изменилась. Он создал новую модель вокруг себя. Да, Суха потратил свои силы и энергию на то, чтобы создать полную модель замка призрака в своем уме. Потребление энергии для построения временной модели было небольшим, но после того, как замок призрак был создан, энергия и силы Суха быстро истощились. Суха стал неподвижным. За короткий промежуток времени в своем уме он несколько проанализировал весь замок. В его голове модель замка вращалась в разных ракурсах. В один момент он расширялся, в другой уменьшался. Это выглядело словно идеальная 3D-модель. Вскоре суха ознакомился со всем замком, заглянул в каждый уголок, просмотрел каждый маршрут. Он чувствовал, что это словно его дом. Па. Модель призрачного замка исчезла. Хоть это и случилось, Суха по-прежнему действовал равнодушно. Джафин снова напал и Суха снова увернулся, но на этот раз он бросился к углу, затем откинул кресло, развернулся и напал на Джа. Блеск в глазах появился у всех виртуальных зрителей. Используя место, как преимущество для наступления, Суха начал действовать. Увидев, что в него летит стул и на готове стоит Сухо, Джафин ничего другого не оставалось. Бах, бах, с одного удара Джа уничтожил стул на куски. Его кулак не остановился и продолжал двигаться дальше. На самом деле он решил одним ударом отразить сразу две атаки. На этот раз сила удара была слабее, так как он много сил потратил на защиту от стула. Но Сухая вновь увернулся. Да, он им бы только уклониться. Суха сделал шаг назад, избегая нападения от Джафын. Расстояние между ними сокращалось. Один шаг назад, еще один. Сухая мог выбрать лишь одно направление для побега. Вначале он хотел использовать местность для атаки. Вместо этого Джафен пользовался этим преимуществом. Он действительно был близок к победе. Внезапно Сухая понял, что дошел до угла. Угол. Ему некуда бежать. Вот и настала, спустя 10 минут с начала боя, прямая конфронтация. Посмотрим, куда ты денешься сейчас. Джафин зловеще захохотал и уставился на Суха, который отчаянно искал путь к отступлению и вдруг направил вперед свой кулак. Как только кулак приблизился к цели, Суха ударил ногой пол призрачного замка. Затем он толкнул Джафин. Оба мгновенно поменялись местами. Суха теперь сможет продолжить свой план побега. Все были в смятении, как он смог выбраться из этого положения. Суха действительно знал, как можно использовать окружающие ландшафты. Кулак Джафин поразил пустой воздух. Он лишь горько улыбнулся, поняв, что Суха вновь вырвался из его рук. На этот раз он от него не уйдет. Суха резко бросился вперед. Джаафын не ожидал такого напора и быстро развернулся, чтобы устоять. Бах! Противостояние было просто на грани. Глава 51. Божественный создатель моделей глава 0051 Джафин, принц ближнего боя. Атака. После того, как Джафин загнал его в угол, Суха начал свирепую атаку. Они оба находились в прямой конфронтации. Без сомнения, Суха заставил его двигаться быстрее. Бах, бах. Кулаки Суха заставили Джафина обернуться и защищаться. После последовательных, быстрых атак, Суха, наконец, показал на что он способен. Все приемы и техники, которыми он владел, вышли наружу. В этот момент Суха больше не сдерживался. Разнообразные боевые приемы были объединены и отлично дополняли друг друга. Джафин находился, словно в ловушке и не мог им противостоять. В очередной раз он почувствовал удар, который заставил его отступить на полшага назад. Позиция Джафин ухудшилась. Однако, несмотря на это, оборона Джафин была в порядке, так как он был знаком с каждым движением Суха. Когда Суха нападал, Джа блокировал удары. Единственное, что его беспокоило, это техника боя Суха, которая насчитывала 310 баллов, но которой он почему-то не пользовался в полной мере, хотя он владел и военной техникой боя, и страшной техникой ведения боя. На самом деле Уджа был свой источник уверенности. Перед 750 баллами по способности перемещения Уджа и 110 баллами Суха по боевой технике, не было никакой конкуренции. Но в тот самый момент, необъяснимо, он почувствовал что-то неладное, но он знал, откуда это чувство взялось. Перед виртуальным экраном новички с волнением смотрели бой. Вы видели это? Полное подавление. Так что, если он и второгодник, он все равно будет избит суха, воскликнул ученик в восхищении. И действительно, суха, который до этого только отступал, перешел в контрнаступление. На это его вызвал Жафен, всем видом показывающий, что у него все под контролем, был близок к тому, чтобы быть избитым до смерти. Такая мощная взрывная сила. Тем не менее, Жафен, кажется, не сможет перенести травм, раздался слабый голосок. Оба из них используют те же методы борьбы. Суха, естественно, не мог нанести никакого ущерба. Но что по поводу его военной техники боя, почему Суха ей не воспользуется? С такой высокой интенсивностью ударов суха не сможет продержаться долго. Ученики обсуждали дуэль между собой: Джаффин нужно один раз ударить, и он победит. Это была не просто онлайн-игра, это была реальность. Они наверняка нанесут друг другу серьезные травмы, а может, кто-то даже умрет. Смотрите, каждый тут же посмотрел обратно на экран. Конечно, штурмовик Суха остановился все сильнее и свирепее но все понимали, что суха не сможет долго продолжать атаку. Подпрыгнув, суха, вновь начал нападать. Он яростно пнул Джаафын, который застонал от боли. Он сделал шаг назад и облокотился о стену. После атаки Суха остановился и немного перевел дыхание. Его движения стали слабее. Хотя Джаафын и не воспользовался этой возможностью для нападения, ему больше не пришлось блокироваться. Таким образом, пришел его черед для контратаки. Гонг. Джафин сжал кулак и обрушился на Суха. Суха холодно усмехнулся и тут же ударил в ответ. Ха, а этот парень очень хорошо. Сейчас все выглядели очень весело и счастливо. Сначала публика думала,